Всем привет! Рада вас всех видеть. Так, ждем, когда подключаются остальные. Ну что, у нас сегодня разбор портфелей с вами. На разборе у нас не так много человек, всего 9 портфелей. Я, кстати, удивлена, что остальные не подали заявки. Ну, мы в спокойном темпе, значит, посмотрим портфели, что предоставили. Я не буду торопиться, уделю каждый больше времени, чем даже я закладывала, поэтому отлично, такой вариант мне тоже подходит. Девочки, сегодня на разборе достаточно хорошего уровня портфеля, и я хотела спросить у вас разрешение выложить потом в открытый доступ этот разбор. Кто согласен, ставьте плюсик, кто не согласен, ставьте минусик. Я тогда из разбора вырежу ваш портфель конкретно, да, вдруг кто-то не хочет делиться своими классными иллюстрациями. Но если вы мне позволите, это будет прям шикарно. Сегодня действительно хорошие портфели, посмотрим, мне кажется, даже вдохновимся. Ну и, конечно, разберем какие-то основные моменты, как улучшить, что делать, может быть, как-то стратегию посмотрим вместе. Так, Евгения просится в конец. То я в пути, боюсь, не успеть доехать. Ну, Евгения, когда, да, ваш порядковый номер подойдет, я еще раз спрошу, если вас не будет, я, конечно, перенесу. Так, Лена не против, Марина не против, отлично, спасибо. Так, Елена тоже не против. Ага, все, супер, тогда я отключаю демонстрацию экрана. Мы сегодня начнем с Елены Малгиной. Лена, выходи. Вижу, ты здесь. Привет, привет. 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 Так, у меня сегодня такой план прям структурированный. Я буду смотреть визуал, количество работ на количество времени, загрузок. Буду спрашивать, как давно на стоках. Будем смотреть по темам и нишеванию. Также посмотрим описание, ключевые слова и количество стоков. Вот. Я знаю, что ты не так давно, да, пробила свой потолок. Как держится на этом же уровне? Или вырастет еще? Ну, не, это был такой всплеск, потому что залетели сразу две темы. Нет, за октябрь у нас еще не все, да? Ну, в общем, нет, за октябрь будет меньше однозначно, вот, но больше, чем за прошлые месяцы, кроме сентября. Ноябрь пока, мне кажется, хуже. Ну, посмотрим там ближе к делу. У меня еще Хануку только начинают покупать. Ну, в этом году в связи с событиями оно идет не очень хорошо, как-то все. Не, ну, не до Хануки, короче. Понятно, ну да, понимаю, конечно. Так, ну что, по визуалу мы смотрели, да, твое портфолио, и в целом знаю твой стиль рисования, он у тебя выше среднего, очень хороший уровень, поэтому по визуалу я думаю, что здесь нет никаких замечаний, да, мы уже будем смотреть больше на темы, которые ты прорисовываешь, и на ключевание описания, да, чтобы понимать, да. Я посмотрела заранее аккаунт, там все оформлено, все хорошо. Количество работ 1586. Скажи, пожалуйста, за какое время? Но на шаттере я зарегистрировалась в конце августа прошлого года, вот, после какого-то вебинара, что ли, Тони Ткачи. И, ну, понятно, что я ничего не знала, вообще ноль полный. И сколько чего грузить, в общем, за 1,5 месяца до октября я загрузила там что-то 30 работ или 35. В общем, короче, я считаю, что с октября прошлого года с вступлением в клуб. Ага, с октября. Так, сейчас. Там примерно основные стоки в одно время я зарегистрировала сразу на всех, кроме исток самый поздний был. То есть, условно, можно сказать, год. За год 1500 работ. Плюс все стоки есть, да, в портфеле. Ну, все стоки в работе. Или какого-то все-таки нет? Ну, если мы только про стоки, про микростоки говорим, то вот, ну, Motion Air и нету, а так вот в прошлом месяце на Вектор Стоке зарегистрировалась, на остальных, по-моему, я есть. Ну и канвы, да, получается, что нету. А, нет, ну да, туда не берут, нет, нет. Да, понятно. Хорошо. Так, и креативные магазины, как у нас там с ними дела? Ну, у меня два, которые я активно достаю, ну да, для себя активно пущу, это Creative Fabrica и Design Cuts, приоритет Design Cuts. Вот. Есть еще Etsy, но я просто не осиливаю туда еще грузить. Вот. А это креатив маркет, когда планы?
Я сейчас, короче, так, ко мне обратилось одно издательство, ну, дизайнерская студия, точнее, из США. Они делают сейчас материалы учебные, ну, такие, типа, дополнительные учебные материалы для еврейских школ в США. Им нужны все праздники. И я им вот сейчас срочно все, пришло время все оформить. Она и Ничего нашла себе. меня где-то, типа, на Шатере или на Адобе, я не знаю, ну, где-то вот на таких вот. И говорит, а где можно купить так, чтобы прям сразу? Я говорю, ну вот у меня есть дизайн-кац, там уже два праздника выложены, давай я тебе как бы, ну, в течение какого-то времени я тебе сделаю все. И вот Ага. я сейчас быстренько пытаюсь сделать, мне два осталось. Супер, супер. То есть после этого можно уже будет Да. все и подаваться на еще раз на Creative Market. Хорошо. Попробую, да. Отлично. Ну, слушай, по визуалу, опять-таки, и по всем остальным критериям, да, мне нечего тебе сказать, у тебя очень хороший уровень рисования, ты симулируешь, не так много паттернов, да, делаешь, получается, из всех тем. Да, они у меня как-то долго идут. Вообще у меня это проблема. То есть у меня тем много достаточно. У меня, значит, так, для себя я решила, что у меня две проблемы. Первое – это то, что много тем, ну, сезонных, но они, вот, они уже раскиданы по всему году. То есть раз или два раза в сезон есть праздничная тема, которая по-любому как-то продается. Но не хватает монотем вот такого вот, что-то общего. А вторая проблема – это то, что я не успеваю досимилярить все. И наступает первое число, и все. И И новая сразу тема. новая тема. Да. Понятно. Так, ну ты, это хорошо, что ты понимаешь эти проблемы, да, потому что симиляры, с помощью них мы увеличиваем, да, портфель, и в то же время паттерны очень хорошо в такой акварели, как у тебя, продаются, поэтому это прямо отдельный пул покупателей, который ты сейчас, получается, не сильно затрагиваешь. Да, если так убрать, посмотреть, сколько паттернов в целом в процентном соотношении от портфеля, то их, наверное, достаточно мало. Соответственно, этот пул покупателей у тебя вот в таком виде представлен. Так, Оксана пишет, надо свой магазин на Паю, зачем в дизайн-кад делиться, если клиент ваш? Ну, спорный вопрос. Можно клиентов брать со всех источников, да, что у нас есть. Поэтому мы истоки берем, и креативные магазины, и напрямую с заказчиками общаемся. Поэтому используем все. Так, графика пошла, вижу. Да, я сейчас все смотрю в процессе увеличения, так сказать, портфеля. Ну, по поводу тем, да, тем действительно много праздничных, и мне кажется, нужно еще взять себе какие-то темы, прям такие основные, да, вот вечные, ну, то, про что я постоянно говорю. Может быть, по монотемам пройтись, каких-то бизнесов, которые прям вот постоянно будут. Или собрать такие наборы, да, если есть уже, да, там, допустим, отрисованный где-то лимон или выпечка где-то отдельно собрать в маленький набор и посвятить там описание, ключевание именно этой теме. Так, графика. Ну, у тебя очень хорошая акварель. Ты как сейчас вообще, больше в акварели или в графике рисуешь? Все-таки больше, наверное, в акварели. В акварели. А графику, павлина, вот это все уже загрузила, да? Да, нет, графика полностью, ну, кроме Хануки. Хануку еще не успела там досимилярить. И вот эту, как, пекарню тоже еще не симилярила. Так, ну все, вижу последние загрузки. Сейчас мы перейдем в популярное. Что популярно? Так, ну здесь, конечно, праздничные темы. Ты классно, да? Не у каждого человека в портфолио встретишь популярным именно праздники. У тебя прям много. Ну и причем в самом популярном у тебя прям такие заготовки, да? Ты сама видишь, что это прям очень универсальная история. Да, даже вот рок, вот эти вот две, как это, шатер, да, у тебя называется? Ну, вообще, как бы шалаш, ну, называют сука. Ну, то есть его можно использовать под что угодно, под тематические праздники, плюс для свадеб, еще куда-то, да, дни рождения. То есть это очень универсальная история, их достаточно много. И мне кажется, вот можно в каждой теме прям стараться выискивать вот эти вот универсальные иллюстрации под что-то, прям максимально-максимально упрощать, да, что-то, избавляться от каких-то прям тематических, там, я не знаю, визуальных
обозначений условно, да, если мы рисуем какой-то праздник, там мы понимаем, что нам что-то нужно для, да, дополнения коллекции, и вот нарисовали это, а потом еще это выдернули, отдельно все загрузили. И можно быть до следующего набора, да, прям поставить себе такую цель, посмотреть, сколько вот таких вот универсальных объектов будет в наборе, для того, чтобы потом их еще использовать где-то. Прям вот как задачу, да. Ну и плюс, конечно, ассимилирование. Тебе бы, может быть, я рекомендовала кого-нибудь взять на аутсорс, если ты можешь, да, имеешь такую возможность, именно под задачу ассимилирования. Мне кажется, тебе это очень сильно облегчит жизнь, и у тебя быстрее просто пойдет рост. Как не думала об этом? Ой, думала, но не знаю пока. Я же просто не в России, поэтому взять кого-то из России, это надо, чтобы PayPal был, например, да, потому что иначе не получится. Ну, как-то достаточно сложная такая задача. А у тебя из друзей, из родственников никто не умеет, да, работать в фотошопе? Не, тут как-то все в разных других областях. Ну, ты смотри, можно посидеть, подумать, да, какое количество денег тебе уже приносит портфель, какой процент ты можешь выделить на симулирование. Соответственно, у тебя будет больше работ и будет больше загрузок. Соответственно, у тебя будет стремительный рост, да, потому что ты рисуешь классно, тему классно прорабатываешь, очень не хватает симиляров и паттернов. И вот это вот нужно закрыть каким-то образом, да, потому что когда портфель будет еще больше, потому что 1500 за год — это хорошая цифра для акварельного иллюстратора, но хочется наращивать темп. И, соответственно, ты уже вышел на какой-то уровень. И вот чтобы вот скакнуть, да, вот такой вот сделать квантовый скачок, нужно вот увеличивать именно симиляры. Поэтому ты подумай, это, возможно, просто такой хороший выход. А может быть, я не знаю, в формате какого-то бартера ты можешь найти человека. Не обязательно все должно быть за деньги. Да, вот подумай, чем ты можешь поделиться, да, что тебе очень легко дается, а какую помощь от человека ты можешь получить. Это как бы такая основная рекомендация. Ну, На тут самом еще деле. вопрос как бы в том, что это первый мой год на стоках, и в начале, ну, скажем, где-то первые там 5, даже, наверное, 6 или 7 месяцев, прям тяжело шло. Потому что навык был вначале нулевой, понятное дело. Сначала надо было зарегистрироваться везде, не до этого было и так далее. Вот. А потом уже стало значительно легче. То есть скорость, я вышла там летом, вот у меня, когда, ну, ребенок постоянно не болел, не был, постоянно был садик там и так далее. 200 вообще нормально. Спокойно успевал 200 в месяц. А как зима, как вот это все, начинается. Сейчас вот вообще 100 в лучшем случае. Вот. Так что это тоже зависит. Ну Я думаю, что да. дальше будет лучше. Да, конечно. Во-первых, ты уже выстроила всю работу, ты уже все знаешь, все готово, да, вот этот навык выработался. И дальше тебе просто вот наращивать темпы по количеству, да. На самом деле, я тебе могу сказать, что за год, да, с учетом того, что ты еще вначале много разбиралась и тратила время на образование именно, да, по стокам, то это очень хороший результат. Да, не каждый может похвастаться за год таким результатом. Но ты, конечно, и много работал. Я видела по несколько тем в месяц, тему месяца в клубе, еще параллельно какую-то тему. Прям вот такой темп очень хороший взяла. И я просто уверена, что дальше будет только лучше. Потому что я вспоминаю свой опыт. Я вышла из «Долины смерти» через год и 9. Да, это было 8 лет назад. Соответственно, там еще было чуть... Ну, как бы там уже было непросто, но было условно чуть легче, чем сейчас. Соответственно, ты сейчас где-то, да, там, может быть, через 9 месяцев у тебя будет еще даже больше результат, чем у меня тогда, да, потому что я тогда лопатила еще все самостоятельно, да, все аж пробы ошибки, так сказать, на себе отрабатывала. Поэтому я считаю, что у тебя все нормально движется, все в верном направлении, только надо вот как-то побольше симулировать, побольше паттернов, побольше всеразличных вариантов симуляров, чтобы было больше еще загрузок. Если ты понимаешь 200, окей, справляешься, ну, сейчас тяжело, понимаю, да, но если вдруг пойдешь больше, будет круто. Так, я хотела посмотреть еще ключевые, куда они делись. А, мне надо перевести на английский, сейчас, секунду. А ты тему с динозаврами дорисовала тогда, да, полностью?
Да, но там выяснилось при симулировании, что не хватает пейзажных элементов. Я потом сделала один раз пейзажные элементы, как смогла, до того, как был у нас это самое завтрак с Леной по поводу конструктора. Вот. И что-то как-то мне не зашло, и сейчас я уже думаю, надо еще разочек делать пейзажные элементы, и это будет как две отдельные темы, но они сойдутся в одну. Да, это хорошая очень идея. Мне кажется, вообще замечательная. Так, смотрю ключевые слова. Ну, по описанию я бы немножко... А тут уже все, 200 знаков закончились. Мне кажется, сюда еще что-то можно добавить. Ой, я не знаю, это, я грузила эту тему, вот конкретно этот набор, по-моему, в январе прошлого года, то Я есть помню, давно, после да. этого, да. Так что тут может быть всякое. Ну, надо бы, оно у меня в топах, вот, наборы эти. Ну и это тоже в топе, я же смотрю сейчас топ. Вот, тоже. Кстати, не знаю почему, на шатере гораздо меньше его берут, ну просто вот, ну редко. На Adobe это прямо у меня в первой строчке. Ну вот как раз-таки на шатре надо будет, если ты дорисуешь этот конструктор для динозавров, еще просимилярить эта тема и всплывет, то есть по-любому, да, то есть мы даем шанс второй своей теме с помощью симуляра. К тому же, если будет еще с помощью конструктора нарисован дополнительно к этому тему, вообще замечательно будет. Так, сейчас я хотела открыть свежие иллюстрации по поводу описания посмотреть. Так, что у меня не грузится. Во, наконец-то. Так. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то детские темы, прям вот не с динозаврами связано, а что-то еще помимо них? Ну, я делала вот с альпакой, типа для дня рождения. Но у меня не получается такая стилизованная, вот такая няшно-мультяшная стилистика. Ну, если получается, ну вот как динозавры, я вижу, что ты можешь в этой нише, да, дети, набрать таких тем достаточно много, они будут такие вечные. Ну, помимо, да, динозавров, туда можно еще самолеты нарисовать, вот отдельную тему, такие, там, какие-то, может быть, воздушные шары, и вот эта вот древняя какая-то, там, типа, дирижаблей. Это вот все будет в такой же стилистике, мне кажется, будет очень интересно. Если ты не думала, то запиши когда-нибудь себе в список, что вот именно в твоей стилистике такие темы будут прям хорошо визуально представлены. Так, не знаю, ты планировала, не планировала такое рисовать? Нет, детские пока не планировала. У меня в основном такое растительное пока в планах. Так, ну, по ключевым словам все по теме, да, то есть я вижу, что... Ага. Сейчас я вернусь в топ. Ну, вот ты рисовала машинки, кстати. Мне кажется, вот какая-то история такая дальше, вот если развивать, да, потому что не... Насчет машинок, да, у меня было в планах, я хотела нарисовать такие ретро-машины, но что-то я где-то читала и не один раз, что с этим могут быть проблемы. Не принимали вот именно с машинами связано. Ну, то есть там всякая полицейские машины, там скорая помощь, это проблемы. На шаттере могут и не принять это все. Ну, если форма будет какая-то похожая, возможно, да, можно как-нибудь схитрить, посмотреть, что вообще в целом дизайнеры рисуют, да, как они это представляют. И я бы вот вообще среди техники прям тебе рекомендовала добавить какие-нибудь корабли, какие-нибудь вот старые вот эти вот воздушные какие-то, я не знаю, аппараты, джабли. Мне кажется, просто очень зайдет, потому что у тебя хорошо получается именно такой стиль. Плюс это будет вечное, плюс это будет детское для оформления, там, допустим, детской комнаты мальчика, да, вот если с этой точки зрения собирать коллекцию, это будет прям прекрасно. То есть вот у тебя большой плюс, не просто так это сейчас вот эти вот иллюстрации в топе, да, у тебя хорошо получается предметка, и плюс к предметке вот какие-то такие вот животные тоже хорошо смотрятся. То есть это вот твоя сильная сторона, поэтому вот это прям нужно использовать. Цветы, да, растительность, да, тоже классно получается, она легче, я понимаю, рисуется, но фишка будет в том, что если ты возьмешь чуть сложнее,
и прорисуешь там хороший набор, он, возможно, прям будет отлично продаваться постоянно. Плюс я почему-то подумала, ты не смотрела в сторону архитектуры? Ой, нет. Нет, архитектура пока это нет, потому что это самое. По геометрии у меня, во-первых, было плохо всегда. Вот. Потом я брала мастер-класс как-то по ну, архитектурный пейзаж в акварели. Что-то не зашло у меня. Понятно. Я просто подумала, что, возможно, было бы интересно нарисовать какие-то достопримечательности, да, также отдельно, как будто машинку рисуешь, для там визуального, ну, для, я не знаю, открыток также, да, то есть это какой-то образ, не прям там здание рисовать, да, а какие-то популярные памятники архитектуры, которые можно будет загрузить на стоке, можно прямо посмотреть. Почему-то мне кажется, что у тебя тоже это хорошо получится. Но вот в новой теме, которая сейчас тема ноября, я делаю что-то такое, я не знаю, то, что ты имеешь в виду или нет. У меня там будет такой конструктор. У меня тема День Иерусалима, вот. И там будут домики, всякие элементы, лестницы каменные, вот, ну, старый город, короче. Это не только в Иерусалиме есть, там и в Будве в какой-нибудь, и в Черногории, там, и, наверное, Стамбул тоже. В общем, все Средиземноморье туда подойдет. Я хочу из этого потом пособирать разные вот такие композиции, бордеры, такие старый город. Это хорошо, да, я тоже подумала, что в твоем стиле еще, наверное, какая-нибудь античность будет интересно смотреться. Вот-вот, да. Да. Римский период, короче, вот Да, Римская да, империя, да, вот это да, вот, да. да. Да, здорово. Ну, тогда уже на разборе посмотрим в следующем эфире, что у тебя там выходит, получается. Ну. Кстати, я когда занималась еще достоков, я занималась росписью, ну, всяких там деревянных штучек. Вот именно вот эти вот дома старые такие, они лучше всего продавались. Но это популярно, это же почти вся сувенирка туда может пойти, да, то есть какие-то открытки, еще как-то магниты. Это очень используется в сувенирной продукции, поэтому да, вполне. И любой праздник, да, можно репозиционировать в сувенирку, и будет классно это все выглядеть. Слушай, получается что? Получается, нам нужно просто увеличивать темы именно в твоем стиле, как у тебя вот получается хорошо рисовать. И делать симиляры. Это вот основная рекомендация. А так ты, как мне кажется, ты двигаешься в верном направлении, дальше в таком же темпе, с такой же проработкой тем. Очень интересное портфолио. Поэтому я уверена, что все будет отлично. Скоро ты выйдешь из своей долины смерти. Если у тебя есть какие-то вопросы, задавай. Да вроде нет. Где найти еще больше часов в сутках? А? Самый Какой популярный стиль? вопрос вообще Да. в нашем клубе: где найти еще 24 часа в сутках? Да, Да, я понимаю. небольшой вопрос. Календари еще, ну, не продаются? А вот буквально я вот приехала только, да, 10 числа, 9. Сейчас все, запущу интенсив завтра и сразу начну заниматься календарями. Они уже напечатаны, мне просто нужно сфоткать. Да, уже Супер, сейчас то будет. мои в Москве уже Уже ждут. хотят? Да. Понятно. Не, уже все, буквально пару дней я все выложу. Окей, спасибо. Хорошо, спасибо. Мы идем дальше. Дальше у нас Марина. Марин, привет. Нет. Так, ну что, начнем с визуала. Количество работ. Как давно, за какое количество времени у тебя получилось 1190 работ? Расскажи нам, пожалуйста. Так, у меня такая история. Значит, до клуба, до января 23-го года у меня было 188 иллюстраций, и грузились они абы как. И, ну, в общем, я этот период даже не считаю, он не считается. Вот, потому что там даже был в месяц перерыв, то есть там все откатилось назад. Как я зашла в клуб, вот с января по сегодняшний, значит, ноябрь, я загрузила 1000, получается, да, иллюстраций примерно, ну, 900 иллюстраций. Ну, то есть получается за, да, 10 месяцев примерно, ну, скоро будет год, да, 900 иллюстраций. Ага. Ну, 900. в целом, это для акварельного иллюстратора хороший темп. Хотелось бы, конечно, больше с помощью симиляров, да?
Ну, к этому, я думаю, что надо прийти. Вот правильно Лена заметила, что она первые месяцы еще только училась, структурировала, да, и вот это вот все налаживала работу. Это же тоже очень важно. Еще важно, мне кажется, в первые месяцы, чтобы психика вообще привыкла к этой деятельности, да, чтобы не было никакого сопротивления. Я сейчас смотрю самых первых работ твоих. Я так понимаю, это вообще там еще до клуба, да, загружены были. Да, Там до клуба. Вот клубные это, темы, я помню. вот да, вот это уже пошел клуб, где птички, вот тропики. Я там кучу сделала. Ну, в общем, эта тема была у меня большая. Я сделала очень много элементов. Вот. И наваяла тогда 200 семиляров. Я торопилась. Там у меня с атрибутацией, я думаю, были проблемы. Мы уже совсем старые не будем смотреть, потому что я думаю, мы там посвежее посмотрим по атрибутации. Потому что я думаю, в старых ты сама знаешь, какие ошибки ты совершала. Потом вот была морская, и она, ну, вот на сегодняшний день самая продаваемая, хотя у меня, ну, самое большое в месяц это 27 долларов. Мой заработок с этого портфеля. Как Это... бьюти? Тема продается, нет? Вот морская больше всех продается, бьюти продается так. В основном паттерны, я, наоборот, очень люблю делать паттерны. Это мое самое любимое. И это меня и погубило, потому что в какой-то момент у меня что-то где-то сбилось, и я не заметила. То есть, ну, бывают даже без шов, эти, наоборот, шовные паттерны. И причем не по одному, ну, как бы не вот там, как ошибка, не по одному разу, а по несколько раз. Я стараюсь их переводить обратно в шовные. То есть я беру прям этот же паттерн, его опять в это загружаю. Но их там у меня столько много. У меня проблемы с рамками, я их не очень люблю. Вот, мне их немного, маловато. Так, ну если посчитать, смотри, 5 страниц мы с тобой посмотрели, у тебя получается тема бьюти, морская, тропическая, цветы вот эти легкие, да, нарисованы 4 темы, получается какие-то пятна тут я еще вижу, малинка, это 6-я тема, да? Сейчас мы просто посмотрим на 1100 работ, сколько тем у тебя отрисовано. Так, это все семиляры между. Так, еще есть какая-то новогодняя. Это 7-я тема, 8-я тема корги. Помню ее. 8 тем. Идем дальше. Осенняя, 9-я тема. Так, новогодняя я уже посчитала. 9-я тема, так. Это получается другая уже, да, вот со зверушками 9-я, 10-я тема. Но так вот эти вот композиции очень мне нравятся, на самом деле, они сделаны хорошо, композиционно, да. Просто надо, конечно, время на индексацию. Шарами получается, какая у нас, 10-я или 11-я? 11-я, да. Так, тут идут семиляры прошлых работ, бабочки, получается, 12-я тема. Добавочки я вынесла в отдельную, потому что их стали на Истоке хорошо смотреть и покупать. И мне пришлось их подсемилярить. Так же, Не, ну как... в целом для 1190 работ 12 тем это нормально, да? То есть у нас в целом примерно где-то около 100 иллюстраций на тему, да? Конечно, в какой-то теме больше, в какой-то теме меньше, но если так в среднем посмотреть, то вот так получается. Ну, мне кажется, это хороший темп. Основная задача дальше теперь увеличивать количество различных тем, да? У тебя как получается рисовать по одной теме в месяц, или ты можешь параллельно еще рисовать, или наоборот, реже получается, меньше у тебя получается тем. Я не успеваю. Ну, то есть вот по одной теме в месяц, вот сейчас я еду начала обрабатывать. То есть я ее обрабатываю, она в ближайшее время у меня появится. Фрукты, овощи. То есть я ее только-только дорисовала. То есть тема в месяц для меня пока это вот только так. А в планах вообще я очень много чего хочу нарисовать. И в праздник, я себе уже выписала и праздники, и что хочу на них нарисовать, но я понимаю, что я, скорее всего, не успею. И хочу вот еще морскую тему. Вот я, кстати, хотела задать вопрос по поводу морской. Раз вот у меня ее хорошо берут на всех стоках, ну, не только на Шаттерстоке, она вот везде как бы такая у меня популярная пока. Я хотела туда добавить, допустим, какие-нибудь бутылки или еще ракушек, там, черепаху, медузу, ну, то есть каких-то вот еще героев. Стоит мне это делать? Или лучше мне сосредоточиться на новых темах? Ну смотри, надо нам, да, анализировать, что хорошо продается. Уже есть что анализировать, это хорошо.
Я думаю, что не просто так она у тебя вылетела в топы, потому что, да, тут действительно в твоем личном топе, тут очень много иллюстраций, даже в первой странице 3, да, 4, 5, 6, последняя эта птичка. То есть действительно хорошо продается, я это вижу. Надо сначала выделить плюсы, почему она хорошо продается. Я больше чем уверена, это за счет цвета. Вот то, как у тебя удалось передать вот эту вот подводную цветовую гамму, такую вот и насыщенную, но не кричащую. За счет этого твои иллюстрации выигрышно смотрятся на фоне остальных. Поэтому, что можно, ну как бы я бы поступила? Я бы не стала ничего дорисовывать к этой теме, но я бы взяла бы тоже морскую тему, другие элементы, вот как ты перечислила, да, и постаралась в таком же стиле и в той же цветовой гамме нарисовать. Такое провести небольшой эксперимент. Да, также использовать, может быть, отсюда какие-то элементы, там пузырики, да, а какие-то вот основные объекты уже нарисовать еще дополнительно. То есть что еще может, как бы, вот иллюстратор скачал вот эту тему, и что же он еще может, что ему еще может понадобиться, да, в этой теме? Подумать. И действительно отрисовать эту тему в таком же стиле, в той же цветовой гамме, загрузить и уже потом наблюдать, зайдет или не зайдет. Поставить такой эксперимент. Это я прям рекомендую сделать. Так, вот Елена Брагина пишет: морская очень красивая акварельная по цвету, и Елена Сокола написала: да, по цвету морская шикарная. Спасибо, девочки. Вот видишь, и бабочки туда же они, да, как бы в этой же тематике. И плюс здесь почему еще выигрышно смотрится? Потому что здесь чувствуется акварель. Прям видишь, да, у тебя вот эти переливы, переходы, да, какие-то разводы, да, в том же коньке, то есть он вот весь такой акварельный. То есть остальные, по большей части иллюстрации, допустим, тема бьюти, она у тебя более такая вылизанная, да, там прям предметка-предметка получилась. А вот именно в этом стиле прям чувствуется акварельность, чувствуется живой материал, и поэтому тоже покупают и тоже больший спрос. Да, малинка, она тоже уже такая вытекленная, да, то есть бери на вооружение вот этот свой стиль. Если ты можешь его воспроизводить из раза в раз, стараться в любой тематике, да, использовать именно вот такие же переливы, вот такую же воздушность, да, вот такое же сочетание цветов интересное, то вот это вот твой прям конек. Вот на этом тебе надо сосредоточиться. Я вот овощи в таком стиле попыталась сделать. Ну, овощи, фрукты. И Да, ну да. надеюсь, что оно как-то пойдет. Да, я помню, помню. А так, потому что ну, смотришь, ну прекрасно, такая прям история очень нежная. Да, тут еще бабочки. А вот это уже более такая, знаешь, более предметная. Хорошо, что ты пробуешь разное, но вот как раз надо сейчас смотреть, что откликаются у аудитории больше всего, и на этом делать акцент в своем портфеле. То есть вот это взять за фишку, стараться это постоянно держать в голове, да, вот как с овощами ты сделала, прекрасно. Сейчас грузи, смотри, как они будут продаваться. Будем делать выводы и пробовать вот еще какие-то наборы в таком же стиле рисовать. Я уверена, что и дальше все зайдет, потому что это действительно, знаешь, такое сочетание живописности, стоковости, иллюстративности в одном. Вот как стиль Елены Брагиной, ты же ну, помнишь, да? Вот у нее Шикарно. тоже такая фишка. Вот это взять надо на вооружение. У каждой из вас есть свои какие-то плюсы, и надо вот как раз-таки найти их, зацепиться и использовать дальше в своем портфеле. Ну, вот такой экспериментальный, наверное, вот что ли у меня получился. Ну, опытонабиральческий. Правильно, ну а без этого никуда. Так, сейчас я посмотрю по описанию, по ключам еще заодно. Так. Долго он переводит. Языка в язык. Так. Ну, можно было бы, конечно, еще чуть больше написать. Можно еще дописать, что это клипарт, да, для там,
не знаю, скрапбукинга или для открыток, или еще для чего-то. Ну, то есть добить до 200 знаков. Ну, то есть использовать да? самые популярные слова для поисковых систем, да, у нас все-таки это индексируется в поисковых систем, да, там может быть какие-то слова в поиске типа открытка, клипарт или заготовка для открытки, что-то такое. Так, ключевые слова. Ну, в целом, все окей по описанию. То есть здесь, если подытожить, да, мои основные рекомендации – это попробовать провести вот этот эксперимент с той же темой, в той же цветовой гамме, но уже с другими объектами, и использовать потом вот эту свою фишку акварельности, легкости цветовой гаммы в следующих наборах. И, конечно, больше грузить, больше делать разных тем. Может быть, себя как-то ограничить и стараться делать поменьше темы, да, но чтобы было побольше в портфеле. Вот такая вот основная рекомендация. Если у тебя есть какие-то вопросы, рада буду ответить. Да нет, в принципе, нет вопросов. Но, как сказать, медленный очень про меня рост происходит. То есть вот из-за того, что мало тем, да, в портфеле, то есть по две бы темы в месяц. Да, то есть, может быть, тебе поменьше семилярить. Если Лене рекомендовала побольше семилярить, то, может быть, тебе поменьше семилярить и стараться быстрее чередовать темы, да? Вот используя еще с учетом того, что мы вот теперь узнали, проанализировали, да, про твой стиль. И стараться наполнять еще какими-то более такими вечными темами, основными. Это, ну, то, что я постоянно твержу, какие-то бизнесы, да, или какие-то более основные тематики. Вот попробовать, я не знаю, ты взяла какую-то тему на тему месяца в клубе, праздники рисуешь? Праздники мне захотелось, хотя я уже рисовала 11 Валентина в том году, но у меня там по качеству не очень. Ну, в общем, там у меня были какие-то пироженки-сердечки супер красные. Вот. Я хотела, прямо вот себе выписала маленькие, ну, вот, тоже вот легкие, такие быстрые, надела сердечки, стрелочки, ключики, замочки. То есть тут как маленькую прям взять ее тему, прям маленькую-маленькую, и насемлярить там немножко. И то же самое с Пасхой. И я вот все думаю, я беру какие-то темы, ну, как сказать, банальные, что ли, ниши уже эти заняты и очень-очень хорошо заняты, а какие-то вот праздники, которые, ну, вот как Лена, например, да, берет там свои праздники, о которых, ну, которые еще не очень отрисованы на стоках, я пытаюсь найти какие-нибудь такие праздники, чтобы их рисовать, но у меня что-то ничего не получается. Или они уже прошли, уже поздно их как бы рисовать. Ну, смотри, здесь можно отталкиваться от твоего стиля, да, то есть если ты вот используешь в праздниках тоже такую легкость, акварельность, то в каком празднике такая твоя легкость будет нужна, да, нужно подумать, посмотреть, где это можно применить, да, то есть в чем. Если ты сделаешь День Святого Валентина вот такой вот весь воздушный и с классной цветовой гаммой, и с переливами, и акварельной, то это в целом хорошо. Да, потому что много предметки рисуют на День Святого Валентина. И если ты будешь прям такую же предметку рисовать, возможно, там если иллюстрации не зайдут. Здесь нужно посидеть, подумать, где, возможно, твой стиль прям хорошо зайдет. Выписывать себе эти праздники все, которые, как ты думаешь, подходят, и потом посмотреть, к чему у тебя душа лежит и какой там ближайший условно. Но я считаю, что все равно на такие праздники, как День Святого Валентина, и самые крупные, несмотря на то, что это самые забитые по нишам, самые забитые по иллюстрации темы, все равно надо рисовать, потому что у тебя уже есть формирование своего стиля. Когда есть формирование своего стиля, очень там, не, как бы, там быстрее можно выйти, да, в топ, потому что за это будет цепляться глаз покупателя. Поэтому я бы не стала там рефлексировать на тему того, что уже все нарисовано на стоках, да, в твоем стиле твоей рукой не нарисовано. Поэтому нужно просто подумать, какая тема праздничная больше всего подойдет вот по такую вот легкость и воздушность. Но И праздники, стараться. ну, у меня как бы их мало. Я только вот считаю Рождество, и то тоже, ну, вот веточки там, птички. Нам мне тяжело шли семиляры почему-то. Ну, опять же, там много элементов.
Вот, можно было, наверное, побольше. Прям тяжко-тяжко они у меня шли, долго-долго. Но они там в самом конце, их шаттер же столько это откинул. Вот. А я поняла, что, например, на фрипике праздники хорошо там заходят, любят. Ну, что нужны они, по сути. Конечно, да, конечно, Мне бы не нужно. хотелось пропускать эту тему, но я ее как-то вот ограничу. Она будет у меня маленькая-маленькая, прям какая-то мини-темка. Хорошо. Ну, это даже хорошо, можно будет просто несколько таких праздников взять, как-то представить, да, посмотреть потом, зайдет, не зайдет, и что-то, может быть, увеличить. Да? Так, корги тут выскочили. Вот в корге тоже хотела, может быть, тем йоги подрисовать, потому что эту собачку, которая вот у меня смотрит вверх, как бы покупали. Но опять же, ее не вот уж прям покупали, чтобы она не залетела ни в какие. Не знаю, вот я по старым темам так себе как бы делаю пометочки, чтобы можно было еще подрисовать. И все время разрываюсь. То ли мне новую делать, то ли мне старую что-то подделать, что-то добавить. Потому что, опять же, морскую добавила фон акварельный, вот это пятно, и стали брать везде, вот именно с этим, с фоном. Слушай, на самом деле, я тебе могу сказать, лучше проводить эксперименты в формате того, как мы сейчас обговорили с морской темой. А если ты думаешь рисовать что-то, повторять старое или новое, лучше всегда новое. Да, лучше еще какую-то тему прорабатывать. Но эксперименты там проводить и прорисовывать то, что уже зашло, нужно тоже, да, нужно смотреть. То есть такая двойная работа. Либо ты ставишь эксперимент, либо ты, наоборот, выбираешь что-то новое. Но по поводу морской я советую все-таки попробовать, посмотреть, как получится. И стараться вот этот стиль прям использовать, зафиксировать его, где-то выписать свои плюсы, прям посидеть, посмотреть на свою работу и понять, за счет чего же у тебя такая акварельность, легкость, чтобы это как-то вот использовать дальше. Да? Со временем, я думаю, что у тебя это прям войдет в привычку. Мне кажется, стоит тебе отказаться от такой вот детальной прорисовки и постараться какое-то время прям сосредоточиться на вот этих вот заливках, да, как у тебя хорошо получается. Это как раз был день Святого Валентина, мой неудачный. В прошлогодний. Здесь, мне кажется, элементов мало, и сами они прорисованы достаточно, ну, по цвету немножко, мне кажется, здесь как раз-таки вот в этом случае здесь как будто бы подзабито, да, акварелькой. Уже зная, как ты можешь по-другому, Да. уже хочется, Однозначно. да, уже хочется другого от тебя результата. Там была неудачная бумага и этот вот ярко-красный цвет. Ну, короче, там было все. И качеством они не очень, потому что я их фотографировала, а не сканировала. Вот новое Рождество у меня. Венки супер тоже тяжелые. Я думаю, надо легче мне делать. Ну, в общем, как-то вот так. И что хотела сказать. Вот, кстати, сейчас овощи я стала. Я уже поняла, что, ну, вот то, что ты говоришь, взять эту фишку вот с акварельностью, и я вот просто такое удовольствие получила, когда их рисовала. Мне так это нравилось. То есть я от этого прям не уставала. Вот именно залила и практически так и оставила. Ну, где-то что-то там добавила, и прям мне какое-то такое было ощущение, что прям вот мне нравится, вот нравится этим заниматься. Я бы рисовала, рисовала, еще хочу там кучу элементов, мне все кажется мало. Ну вот видишь, нашла вот эту фишечку, где стиль сочетается с тем, что ты кайфуешь, что тебе нравится, как получается. От этого появляется вдохновение, энергия еще что-то нарисовать. Вот это вот такой золотой ключик и такое состояние, которое стоит удерживать, стараться удерживать. Микростоковой иллюстрации, вообще в работе, чтобы пройти эту долину смерти, так сказать. Ну, я не знаю, руки пока не опускаются у меня, несмотря на то, что доход меня не радует. Я все равно как этот, как танк иду вперед. Уж я не знаю, насколько меня хватит. Но я решила, что мне этим нравится заниматься. Раз мне нравится, и я хочу, значит, я буду. Не покупают, а я все равно буду. Скажи, пожалуйста, у тебя сколько стоков? Ой, у меня мало стоков. Ну, как?
меня Айсток, на который я только вот в июне зарегистрировалась. Кстати, вот Айсток меня полюбил. Лишь бы не сглазить, в отличие от Адоба. То есть Айсток, там и просмотры, и все. И, может быть, это еще за счет того, что я туда, ну, пачками пуляла, своими большими уже тогда накопилось много иллюстраций, и он так нормальненько. Я думаю, что в этом месяце он уже хорошо должен мне там напродавать, судя по просмотрам. Шаттерсток, Адобсток, Фрипик и Алами. На Алами у меня не было продаж ни разу. То есть меня нет, получается, на Пиксте, на 1, 2, 3, Royalty Free, ну вот на вот этих стоках, на Dream Steam. А, Бигсток у меня еще есть. Я в последний вагон запрыгнула, тоже в июне, туда что-то накидала, и там какие-то 50 центов уже есть. Вот, у меня нет на третьего порядка вот этих стоках. А креативные магазины? Это надо Behance сначала. В общем, для меня это пока такая куча большая. Вот, я Это что-то сложно. вроде начала в июне, но я ни одного проекта еще не выложила. Я хочу себе вот сейчас пока дедлайн до декабря, а там в январе, я думаю, прям напишу себе в планах, что я буду хотя бы по одному проекту выкладывать на Behance, и надо идти на креативный магазин. Так, хорошо. Вот нужен, короче, интенсив, как Елена Сухова в прошлый раз говорила. Отдельный интенсив по креативному магазину. А если сделать в январе, вы мне тоже давайте какую-то обратную связь, как у вас будет по времени, после новогодних праздников, можно в целом сразу сделать такой интенсив. Если устраивает время, то я постараюсь успеть подготовить все. А можете плюсик поставить, кого устраивает, я прям тогда напишу себе в планы, потому что так я тоже могу очень долго оттягивать, Я чтобы все, плюсую. кто уже очень давно ждет, и вот как раз там Behance сделать, все пройти, собрать. По сути, там ведь ничего сложного. Я тогда начала разбираться, но как бы это время затратно. То есть, чтобы нужно же не прекращать грузить все равно и на стоке, чтобы не было Да. просто. И в то же время нужно сидеть, подбирать там макапы и все прочее. Да, да, да. Вот. Классно. И я думала, летом будет гораздо больше у меня на это времени, но нет, лето, солнышко, пляж. Да, куча отвлекающих факторов. Сейчас я себе запишу. Записала. Так, Марин, какие-то есть еще вопросы? Все ли тебе понятно? Как действовать дальше? Ну да, все понятно. Спасибо большое. Я Хорошо. очень волновалась, боялась. Мне было страшно. Ничего страшного, я не кусаюсь. Все. Получить это, да, там, что не так? А с другой стороны, ё-моё, что не так? Ну Страшно. да. Хочется вроде и знать, как развиваться, да, и видеть. Но у тебя путь развития очень естественный, да, и естественным образом вылезли те иллюстрации в топы, которые, как и по моему мнению, являются самыми лучшими. Поэтому мы это зафиксировали. Теперь дальше ты знаешь об этом, и это используй, и уже дальше посмотрим в будущем, что будет. Вот. Интересно, конечно, как еще овощи у тебя залетят, не взлетят тоже, там потом поделись, да, Я информацией. в чате обязательно поделюсь. Я вот их собираю и прям, когда девчонкам отправить, надо скорее девчонкам отправить, показать, получить какой-то Хорошо. энергию тоже. Вот. Хорошо, спасибо большое. Мы тогда идем дальше. Так, дальше у нас Елена Сухова. Елена, здравствуйте. Добрый Да, день. здравствуйте. Ну что, я вижу уже новый, значит, сначала популярный открою. Как у нас, да, идет разбор? По визуалу все отлично. У нас, как обычно, самые прекрасные иллюстрации, уровень хороший, замечательный. Будем теперь смотреть, что-то анализировать уже непосредственно по темам. Елена, короткая статистика. За какое время 1445 работ? У меня получается в 2021 году на основные стоки зарегистрировалась, но по 20 работ у меня там было. В 2022 вообще ничего не делала, ну, до июля, скажем, даже вообще не подходила, и думала, ну, это что-то не мое, наверное. Вот. А в июне попала тоже на интенсив, и мне это немножко заинтересовало. Думаю, ой, ну, вроде получается. Но у меня, получается, в месяц было 30 работ. Это было прям для меня много очень. И
И где-то в 22-м году, наверное, к концу, я какую-то фишку просекла, что ну как это сделать и так далее. Но я еще не работала только с Дмитрием и сопротивлялась. А, да, еще надо сказать, прорыв был, потому что я попала на это перо, я его освоила. И мне прям резко все пошло, мне стало легче намного делать и так далее. И до февраля 23-го года у меня было всего 400 работ. Ну, то есть это вообще ни о чем. Ну, и продавалось там в месяц, ну, и это $5 там. Но меня это вообще не волновало, если честно. Мне кажется, здесь вот этот длительность долины смерти, у меня нет такого, вот, что мне надо срочно это сделать, да? То есть по некоторым каким-то моим проектам надо завтра, да, или там надо вчера. Я это делаю срочно, я понимаю важность. Здесь я просто получала удовольствие. Компания хорошая, девчонки классные, ну, как бы вообще курсы классные вообще, и все. И меня это не волновало. Спасибо. Вот. А как вот эта мотивация, да, то есть вот меня перо, Behance мне не получился. Я поняла, думаю, блин, ну я вообще такая тупая, вообще Behance не получается. Но доходит до какой-то, все, и останавливается. Да, и вот эта мотивация очень помогла. Я не знаю, зачем, ну как бы, но тут вот на этих токах как бы иногда радуешься 10 центам, как, я не знаю, там 100 тысяч заработку. Но реально, такая какая-то у меня, в общем, мотивация 200 мне очень помогла. Я стала грузить 200. И пошел рост. И вообще рост, я, в общем, удивилась, такая, думаю, ну надо же, тут еще деньги какие-то есть, а не только хорошая компания и удовольствие, да? И вот в марте, да, потом у меня Боженька по башке дал. У меня за 3 месяца работы пропали, значит, эти ПНГшки, папка выпала. Вот, и, в общем, все рухнуло у меня, но ничего, я так ее забыла, 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 и, в общем, я уже больше, наверное, работу нарисовала, и, в общем, никогда не надо на своих горестях останавливаться, как бы, и зацикливаться на этом, надо идти вперед. То есть вот, когда девчонки спрашивают, там, лучше какую-то старую тему, это, я вот всегда делаю, я старую, ну, я не отрицаю, что надо старую, ее надо добавлять, но не переделывать, вот, ну, как бы, и так далее. Но мне всегда интересно что-то новое, 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 даже если это никому не нужно. Вот эти лейсы вы сейчас открыли, это, я не знаю, вот, ну, вот я хотела это сделать, хотя ни тема, ничего. Я вот эти вот работы хотела сделать на интенсив. Я штук 10 нарисую этих лейсов, и посмотрим, как они пойдут. Вот я одну сделала и загрузила. Мне просто интересно, как это будет работать. Но в основном эти, ну, делают вот такие узоры, они делают в векторе. А в акварели мало таких. Я вот буквально на той неделе это, или на этой, загрузили. Вот. И то есть получается 1000 работ с марта. Вот, спасибо мотивации, да. Потом, вот каждый интенсив, спасибо большое, вот эти интенсивы, он дает мне такой анализ. Я смотрю, что я делаю. Я сделал анализ, например, вот у меня некоторые работы, например, у меня треть работ больше 150 работ на тему, а треть работ меньше. Там есть 10, 15, 18, 20. То есть у меня вообще одни изоляты, и все. У меня грибы, спасибо Тане, продались. У нас диалог был в клубе по грибам, а тут Таня говорит, ну какие шикарные грибы. Тут раз продажа, думаю, Таня купила, наверное, точно. Мне грибы, чтобы я не плакала. Вот. И как бы, ну это то, что касается. Да, и у меня вот одни изоляты. По сути, вообще нет ничего. Тут по грибам нет семиляров. Вот. И у меня получается, что у меня сейчас задача, чтобы подойти к Бихансу и к магазинам, мне надо разрабатывать темы.
Спасибо, девочки, грибы. Вот, мне надо темы разрабатывать. А у меня этого нет. Вот, как Марина говорит, вот нет семинаров, и все. И, ну вот, и, кстати, тоже в паттерны я тоже погружаюсь и делаю, делаю. Думаю, зачем так много? Ну, надо сказать, не паттерны. Фрипик вообще все практически купил. Они даже вроде кажется однообразные, но листочки и листочки. Ну, а на Фрипике, например, покупают. Вот. Странно. И надо сказать, как разные. Я вот Ане сбросила в уроки. Я сделала такой анализ. У меня, например, те темы, которые на шатере не покупают, те, которые на других. Ну, то есть вот у шатера совершенно другие темы, чем на Adobe и на Вот красный веер, это у меня в Adobe это просто самый топ. Что там покупать? Я вообще, то есть покупают несложно сосечённые какие-то работы, а самые простые какие-то, ну вот в топах. А море в топе стоит, но это случайно, потому что в Айстоке какому-то человеку продали, там я писала в клубе за 230, это море. $230, там, я вообще не понимаю, как, за что вообще. Ну и поэтому там $42 получилось. То есть вот... Это шикарное море, в смысле как, зачем? Нет, Очень простой не и столько, очень достаточно. понятный, очень Не хорошо обжапанный. сделанная иллюстрация. Ну, может быть. Да, стекло идет прям очень хорошо. Пустые бутылки, я вот писала там... Пустые бутылки, постоянно трава, там пустые бутылки мне идет на Adobe. Вот. Вот. И да, вот эти вот самые большие такие вот картинки, которые я тут, то есть тут видно, вот, например, это все стоки сделаны. А на шаттере, например, вот я смотрела, на шаттере у меня очень плохие продажи, я там графики вам накидала, он еле-еле-еле ползет. Ну, у меня это тоже, если честно, я как бы очень спокойно к этому отношусь. Когда надо, к тебе деньги всегда придут. Вот если что-то тебе надо, вот, они всегда Конечно. приходят. Да, ты начинаешь дергаться, если там тебе прям что-то тебе необходимо. Вот видите график. Ну, вот 22-й год, это тоже имелось в виду. 22-й год, ноябрь у меня где-то. А он же не делит по месяцам. Просто стоит 22-й. И вот рост до 23-го. Это то, что вот мотивация дала. Ну, Но это я да, это будет специально увеличение. сбросила Ане комплимент. Нафига себе. Вот. Надо как-то это... Вот, ну, как, сколько дает мотивация, скажем так? Да, нет, конечно, загрузки регулярные в таком количестве, они очень сильно влияют на портфель. Угу. Действительно, если стараться, да, и дальше еще увеличивать, это будет прям вообще. И, конечно, посмотреть, сейчас мы тоже еще посмотрим на именно что в топах. Вот нам надо сейчас понять, что больше всего покупают. Я понимаю, что на Adobe стоке одно покупают, на Shutter стоке другое. Графики в этом. M+, да. Вот здесь Да, можно. Yes. там трек аналитиков. Наверное, Аня, побольше что-то здесь можно. смотрите, вот можно я вот до этого еще просто, пока не забыл, у меня вопрос был. Я, например, грибы эти, у меня стоит код в шатере фото. У меня там еще одно море попало и так далее, и так далее. Как в шатере переделать? По новой грузить? Категорию? Да. Категорию, да, по новой. Угу. Так, ну, на самом деле грибы, кстати, неспроста в топе, потому что грибы очень классно нарисованы и по цвету, и по форме. Вот эта вся вот ваша вот эта стилистика и вот эти вот интересные фэнтезийные формы, они вот, мне кажется, очень в грибах зашли. И надо подумать, что еще можно такое же нарисовать. На самом деле, я вот на интенсиве, мы завтра начнем, да, с вами уже, ну, работать по интенсиву. Хотела бы уже следующий этап с вами начать делать, это отсекать что-то сложное и что-то упрощать. Потому что я знаю, что вы любите, да, сложное делать, сложные истории всякие, да, сложные рамки, но
чтобы это было еще эффективнее, да, вот мы с вами займемся в эти 2 недели, будем заниматься эффективностью, то есть Хорошо. смотреть, что будем подкручивать, да, потому что в топах у вас работы, они очень сложно нарисованы, да, очень красивая форма, с цветом все прекрасно, но при этом они как бы простые для восприятия. Если сравнивать что-то сложное, ну, сейчас я, не знаю, пример сейчас какой-нибудь найду, от чего мы будем, может быть, отказываться, с вашего, конечно, позволения. Что-то сложное, да, сложные какие-то вот такие вот истории композиционные будем немного-немного упрощать, да, для восприятия покупателей. Это все очень красиво, но я боюсь, что какие-то покупатели, возможно, просто не поймут вашу гениальную идею, и они пройдут мимо. И вот не нужно... Нет, Ань, ну я понимаю, это смешно, конечно, но иногда тоже хочется делать то, что ты хочешь, как бы. Это да, Ничего конечно. страшного, чтобы у тебя вот это чувство достоинства оставалось, ты не всегда должен делать то, что тебе говорят, да, то есть ты должен все Конечно, равно конечно. какую-то очумелую идею все равно рисовать, без этого вообще никак. Вы У меня, рисуйте, например, просто еще доп делайте вот что-то такое, да, вот что из вашего топа. То есть чуть больше такого, но плюс ваше вот это вот, то, что вы хотите, конечно, конечно, можно. Ань, вот тоже хотела про топ и сказать. Вот, например, если вы откроете последние работы, да, вот у меня в топе стоят Патрик, например. И до этого я еще золотишко рисовала там. Вот видите, я сейчас хочу золотишко это добавить, на интенсиве монеток нарисовать, подковы, золотые. Хотела как раз тебе это отработать, то есть вот эту Патрика продолжить, но уже более такой. У меня еще, знаете, проблема в том, что у меня мало композиции. И я хотела тоже композиции больше сделать. Композиции, да, нужно. Хотя вот, ну, в топе особо композиции я и не вижу, но их, видимо, просто мало из-за этого, да, их нету. Но здесь я вижу, что можно много чего с чем посимилярить, чтобы были как раз композиции. Вот, может быть, там на первой неделе мы отработаем какую-то вот эту тему, да, что-то дорисуете, а вторую неделю посвятим композициям. Посмотрим Я просто, какие знаю. темы, с чем можно просимилярить. Да, вот девчонки там написали в чате, что можно грибы с папоротником просимилярить. Да, спасибо большое. Вот как-то вот такое направление, чтобы больше было действительно композиций каких-то тематических, чтобы наполнялся портфель симилярами, да? Как-то на эту, ну, глянем. Ну, мне так видится, что это, может быть, получится интересно, потому что прям нужно посидеть, подумать, что вот это можно засимилярить с этим, потому что тут вот эти прекрасное стекло, можно же очень красиво с цветами засимилярить, композиции сделать, тоже прекрасно будет. Да, с жемчугом отдельно. Я еще не все стекло вырезала даже, как бы вот то, которое отрисовано. Но надо сказать, прозрачное стекло белое хорошо идет, а цветное не очень. Вот у меня, ну не знаю, может у кого как, но вот эти бутылки все время продаются вот на Adobe. Ага, но прозрачно, оно более универсально. Да, когда ничего там нет. А прозрачная очень. Чьи же это иллюстрации? А можно еще вот у меня такой вопрос. У меня практически 27 тем, и еще многие темы, в которых две темы заложены. Ну, например, у меня вот розы есть пудровые и wonderful. Ну, как бы я там делю. Они по-разному нарисованы, как бы и так далее. Может быть, это слишком много, может быть, мне уже хватит тем-то. Я вот даже, я из этого, хотя самое смешное, вы знаете, посмотрела, покупать все, ну, по одной, ну, каждой теме что-то докупили. Даже вот тем, которые, у меня, когда черно-белая графика там, и то даже там было куплено, удивительно даже. Извиняюсь, ведь правду говорят. На Очень. самом деле, я не считаю, что надо останавливаться в темах, но Не надо надо. каким-то образом просимилировать те, что уже есть.
да, это сразу добавит количество работ в портфеле и каждую вашу тему еще раз обновить, так сказать, да, в свежем. Поэтому здесь какая-то такая двойная работа с тем, что уже нарисовано, то, что вы и постоянно сейчас делаете, да, довырезаете, да, дозагружаете. Но нужно вот досимилярить, сделать композиции, там, паттерны и так далее, и при этом параллельно еще рисовать новое. Все, что вам хочется, нравится и так далее. Вот поэтому я и предлагаю 2 недели интенсива разделить первую неделю Хорошо. на новое, а вторую уже вот на семилярку и доработку старую совместно. Мне кажется, это будет эффективно. А то вот топы брать именно шаттерские, да? То есть беру. Можно и адок, то есть Потому совместно. что потом остальные-то нормально идет. Я бы вообще бы в целом посмотрела бы, если у вас будет возможность, я даже не знаю, это, конечно, сложно будет сделать, подготовить. Ну, я думаю, что ладно, мы на интенсиве просто проанализируем, уже выпишем темы, какие с какими можно просимулировать в первую очередь, да, что нам сейчас самое актуальное. Просто как градацию сделать, что вам вот это, допустим, надо посимулировать, Да, достичь. это очень важно. А вот это можно оставить потом, допустим, симулировать или вообще не трогать, и все нормально, да? Вот с этим надо разобраться, что в первую очередь делать. Хорошо, я тогда тоже подготовлю, подумаю, какие вот сейчас с чем. Ну, например, вот тоже я планировала, тоже на интенсиве хотела сделать. У меня, кстати, они тоже в топе, сакура и жемчуг. Там паттерны, рамки, они как-то, ну, подошли вообще. Да, можно их. Тем более Вот. весна. Да, скоро весна, и там можно самый сезон, я считаю. Ну, хорошо, Елена, немножко подвисайте из интернета, Да. видимо. Я думаю, что мы уже на разборе на интенсиве уже составим стратегию, да, план, еще больше сейчас могу Хорошо. времени посвятить этому. А так все идет в верном направлении. Я очень порадовалась за вас, когда вы начали грузить много и выполнять мотивацию. Вы как сможете дальше сохранять такой темп? Ну, я планирую, у меня такая ситуация, вот я освободила всю работу, сделала всю работу, например, до интенсива, чтобы на интенсиве поработать. В пятницу мне говорят, у меня командировка вот с 20 по 24. Ну, ты планируешь, но Я поняла. не получается. Но это устроит, потому что я в командировке могу не рисовать, но могу как раз работать на компьютере там по вечерам, там, ну, какое-то время все равно. Я просто, если мне не получится, я на интенсиве, ну, не буду рисовать, только вот, как вы говорите, вот расставить акценты и вывести в такой баланс все темы, изоляты, семиляры, ну, чтобы они были, Не ну, смотрите. представлены, чтобы потом можно было на Behance уже тему делать. Ну, смотрите, я сейчас смотрю на расписание, вы 20-го, да, в командировке. У нас первая неделя, вы в первой группе на разборе, и получается там как раз 2 эфира. То есть вы можете к 15-му числу на первый разбор уже отрисовать Патрика, да, то, что вы хотите. Уже Да. сразу показать. А потом там 17 числа тоже, точнее 19 числа тоже разбору первой группы, там мы сможем еще какие-то акценты расставить. А как раз на второй неделе там у первой группы всего будет один разбор, получается 23 числа. То есть как бы Ну вот получается... 23-го, я боюсь, что я как раз в дороге буду в ночь, ну как бы вечер, Ну если мне не что, птица. посмотрим А я 26-го, ничего страшного. А, хорошо. Спасибо большое. Так что все, тогда встречаемся уже завтра на эфире, на интенсиве, правда. Да, мы тогда на интенсиве вот можем разобрать аттрибутацию, потому что я тоже Да. хотела аттрибутацию, чтобы со мной долго. Ну, я сейчас могу посмотреть Спасибо. в свежую аттрибутацию, да, тоже, что у нас там происходит. Вот сердечко Ну, возьму. только не популярное какое-нибудь, вот, ну, как эти, Я как их. свежие взяла, Ну, свежие да. звездочки.
переведу. Так, ну, что касается описания, немножко коротковато. Не очень мой Хочется... сердечко. Чего не очень? Какой вопрос был, Елена? Я сейчас стала сокращать расписание, чтобы потом не переделывать, чтобы всем заходило. А то столько там Питер, он же не, ну, вот, например, на том же фрипике там надо переделывать и так далее, и так далее. Я его сейчас ну, сокращаю, чтобы просто все зашло. Это не И нет очень... времени грузить. Это не очень верная стратегия, потому что на Shutterstock, Adobe Stock очень важно описание, потому что идет индексация в поисковых системах. То есть нам лучше стараться использовать 200 знаков здесь. Припик нам даже так не столько важно, как вот эти два стока, и лучше делать все для этих двух Все-таки стоков. решил, хорошо, А хорошо. припик уже по остаточному, да, как он там обрежет, так и обрежет, да, там вручную можно обрезать. Лучше, конечно, все-таки выписывать эти 200 знаков сюда прям, да, что это иллюстрация, да, обязательно надо написать, да, что к чему она подходит, там, для каких-то заготовки, для каких-то праздников, вот это все прям обязательно. Это, я даже не знаю, как передать, насколько это важно, делать полное описание. Нет, хорошо, переделал. Я просто бежала, чтобы побольше. Ну, все, я сейчас увеличу обязательно. Да, постарайтесь, да, потому что уж лучше пускай там на фрипике что-то пойдет не так, потому что ну, лучше вот Shutterstock, Adobe Stock, прямо это наши основные это мастодонты, фрипик это уже третий сток по важности, так сказать. Так, по ключевым словам сейчас тоже посмотрю. Припик, кстати, отвратительно ведет. Я там уже пишу. И уже взяла за правило. 21 день проходит, на следующий день я пишу. Иначе они не разбирают у меня вообще ничего. А Я после того, не как знаю. написали, они отвечают, ну, все делают. Они, вот я написала, и они берут только те работы, которые пришли на 21 день. Я жду, чтобы там хоть побольше 30-40 работ, чтобы накопилось, и пишу. И вот они только эти работы разберут. Они все никогда не разбирают. Мне кажется, кто-то там попался на этот вредный. Но я не знаю. Девчонки вот пишут у некоторых, ну вот у кого-то так же, а у кого-то вот все принимают. Ну, раньше все, а сейчас что-то какая-то вредность у них там. Вообще на фрипике всегда была проблема с приемкой, то есть из 100% они брали всего 40 примерно работ. Я не знаю, когда там было прекрасно, меня там никогда не было. Реджект это нет, они все берут. Они, вот, например, вот в разработке 200 работ, они берут 40 по времени подошли, остальные Да, я... остались висеть. Ну, ребята, вы зашли, вы что, не, ну, проверили, вы все, я бы не писала. Ну, хорошо, Ну нравится да. вам, пишу, буду писать. Ну, как бы я так уже. Общаться Надолго ли хотят. мне хватит? Мне кажется, нет. Общаться хотят, да. Но... А, хорошо, Елена, тогда уже встречаемся с вами завтра. По атрибутации только описание, да, по ключевым словам все нормально. Описание прям Спасибо. возьмите на вооружение. Хорошо, А, спасибо большое. все, тогда мы идем дальше. Спасибо большое. Так, дальше у нас Елена Смирнова. Елена, если здесь, выходи. Да, добрый день. Да, привет-привет. Он с какими-то хвостиками. Такое настроение, да? Хорошо. Так, ну что, у меня страница открыта популярная. Тут я вижу уже графика, да, залетела. По уровню рисования, по визуалу мы сейчас немножко попозже пробежимся, да? Я очень хочу посмотреть динамики, как у тебя портфель менялся. Скажи нам, пожалуйста, 3106 работ за сколько? Я пока отлистаю в начало. Ну, я на шаттере зарегистрировалась позже, чем на остальных, но в целом где-то года полтора, наверное. Полтора года. Полтора года, тогда где-то по... Сколько там получается? У меня этот, господи, тариф М плюс 250 в месяц, я их гружу так. Так, ну, я помню, мы смотрели твой портфель, да, там были вопросы по семилярам, по простым, и плюс очень так у тебя динамично развивался твой стиль. Ты сейчас как сама замечаешь, в каком стиле у тебя иллюстрации активнее берутся, что залетает больше? Да у меня ничего особо активно не берется. В этом проблема. Это удивительно, потому что у тебя есть очень хорошие темы отработанные. Сейчас будем смотреть по атрибутации, в чем там вопросы. Какие стоки у тебя подключены все? Ну, из основных, да.
Ну, вот там всякие там эти Ocean Pond, это нет, а там то, что у нас было в основном списке, они все, да. Как у тебя Adobe по сравнению с Shutterstock? О, Adobe у меня по сравнению с Шаттером отлично. То есть Шаттер у меня так не разогнался пока. То есть Adobe сейчас лидирует, да? А, да, ну тоже я не могу сказать, что много. У них там просто сумма побольше. Ну да, ну он как-то, мне кажется, Adobe сейчас откликается, да, поактивнее на хорошие загрузки, Ну, нежели чем Shutterstock. сейчас посмотрим, у них приемка вернулась нормальная. Посмотрим, как это отразится. Так, ну что, это я сейчас смотрю еще достаточно старые работы. Сейчас поближе придем. Ну так, в целом у тебя акварель в перемешку с графикой. Я так понимаю, что графика это все векторная, да? Ну, в Да, трейс. да. То есть все нормально. По... Ну, я стараюсь, если есть возможность, ну, то есть, если я понимаю, что тема, которую я рисую в акварели, нормально пойдет в графике, то я ее сразу делаю и в графике тоже. Просто некоторые у меня такие, что их в графике бессмысленно делать. По анализу твоему собственному, графика с акварелью, как вообще продается? Что лучше, что хуже? Может, ты уже заметила, что, может, какие-то работы в топ выбились? Или... У меня на Adobe примерно поровну. То есть у меня на Adobe очень хорошо продаются шезлонги пляжные. И у меня очень хорошо продается там векторная Шотландия. И орхидеи, кстати, тоже неплохо. Причем в основном не изоляты, а почему-то рамки. Векторные или акварельные? Векторные. Векторные. Ой, в акварели я орхидеи не рисовала. Так, ну вот хорошо отрисована у тебя эта тема в графике, ну и в акварели, мне тоже эта тема понравилась, она вообще какая-то у тебя классная получилась. Даже интересно, как она у тебя вообще на Adobe. Ну, на Adobe вот в топе у меня там шезлонг, который один тупо шезлонг. Без ничего. Ну так, в принципе, по-моему, какие-то композиции тоже есть. Я удивилась, что у меня на Adobe даже продаются мои эти японские сладости. Тоже так присутствуют. Но я вижу, да, ты прям грузишь много, потому что я видела все темы вперемешку, то есть все ты делаешь Ну хорошо. вот у меня вопрос по поводу вперемешку. То есть я расписываю себе там график на месяц, да, делаю просто расписание загрузок, чтобы потом с этим не париться. Но получается, что поскольку у меня все идет вперемешку, все темы, которые у меня сейчас есть, это где-то там, ну, по одной-две картинки каждой темы, каждый день. Соответственно, изоляты у меня иногда грузятся довольно долго. То есть недели две может уйти, чтобы только все изоляты загрузить. Я думаю, что это не очень правильно. Слушай, на самом деле, давай попробуем с тобой немножко по-другому. Ты во сколько еще раз картинок грузишь в день? Ну, в день у меня получается в районе 10, наверное, там плюс-минус. 10-15. То есть в неделю получается у тебя сколько? 70 картинок. Ну, типа того. 70 картин. Чуть А, меньше, наверное. знаешь, как можно сделать, как я делала раньше? А, то есть, допустим, неделя 70 картинок. У тебя есть 7, по сути, тем. Да? Можно взять меньше, 3 темы. На 70 картинок, по 35... Ой, сколько там получается? Ой, не разделю сейчас. Если 2 темы 35, да, там чуть меньше. Может быть, взять, допустим, один день ты грузишь одну тему, все изоляты, второй день ты грузишь в другую тему все изоляты. То есть прям в день не мешать между собой темы. И попробовать посмотреть, как получится. То есть получается, у тебя быстрее зайдет, загрузится тема. На самом деле я именно так и делала. Просто если каждый день прям мешать между собой темы, это будет достаточно и сложно тебе, да, структурировать это все. И сложно то, что там, допустим, раздел свежий, да, там, по какой-то теме, ну, допустим, яблоки. И у тебя там попадает всего одна или две картинки. И они, возможно, не зацепят покупателя. То есть они просто пропадут в свежем. А нам именно надо, чтобы через свежий, зачем мы там грузим и вообще мешаем темы, да? Для того, чтобы в свежем постоянно мелькала наша тема, и там покупатель ее оттуда выцепил. Так вот, попробуй грузить чуть больше из каждой темы. Может быть, тем меньше, да, брать на неделю.
и чуть больше картинок из каждой темы, и, возможно, там день одна тема, второй день другая тема, третий, если много тем подготовлено. Если нет, то там уже как-то комбинировать, но тоже, чтобы побольше было. У меня тем, наверное, около 10 обычно, вот, одновременно. Прям много, слушай, мне кажется, Ну, надо потому что я как-то... догружаю какие-то хвосты старые и, соответственно, то, что я новое делаю. Ну, это, слушай, мне кажется, лучше довыгрузить какие-то старые уже темы полностью сейчас побыстрее, да, прям по большими партиями, а потом взять там, допустим, 5 тем, 6 максимум, да, мы там день делаем или 2 дня делаем отдых, загрузки, и вот эти там 5-6 тем между собой уже большими партиями мешать. То есть не прям по одной-две картинки из темы, а прям по 10 картинок из темы между, да, собой мешать, чтобы побольше тебя замечали в новом. Ну, тогда получается, что она будет где-то раз в неделю появляться, одна Да, тема. да. И она будет появляться сразу. Оп, видна. Все. Дальше уже там на следующей неделе опять оп, видна, да, а так одну-две картинки, я боюсь, что могут очень легко пропустить. Поставь такой эксперимент какое-то время, да, понаблюдай, какая есть реакция. Может быть, можно будет потом еще больше сделать, да, то есть еще увеличить. Если у тебя действительно такая продуктивность, и много рисуешь, можно ставить такие эксперименты в легкую. Потому что иллюстрации-то хорошие, сейчас мы посмотрим по атрибутации, у тебя выше среднего уровень, да, и графики, и акварелька очень милая по цветам, и представлена по предметке, я все помню твои наборы. То есть здесь нужно именно вот тогда эксперименты с загрузками делать. Ну вот по... Если ты понимаешь, что у тебя хороший темп, и ты можешь больше, чем 250 в месяц грузить, старайся грузить тогда больше. Ну, сейчас, наверное, нет, потому что у меня еще очень много времени на креативные магазины уходит. Но это был бы, конечно, идеальный вариант. Я, когда активно занималась стоками, я хотела выйти на 400 загрузок в месяц. У меня прям цифра такая была, идеальная в голове, да, и вот прям у меня там получилось только 3 месяца подряд сделать 400. Это, конечно, очень сложно, но это, конечно, с графикой это попроще. Можно это сделать, на самом деле. Вот прям чистая Да, акварель — это сложно. Но за ну, у счет меня этого... тоже, у меня была мысль просто бахнуть, у меня там, в общем, что-то много скопилось, и была мысль вот на один месяц это взять, типа, там, 500 загрузок на М+, и все это за месяц бахнуть. Но в итоге, вот за счет того, что у меня сейчас получается немножко меньше, я догружаю фактически старые запасы, то оно и разошлось без этого. То есть у меня сейчас уже не такой запас, но правда сейчас я вот последние 3 дня я доделываю свои темы, которые я их как бы собирала для ловца снов, но по сути это бабочки вот эти, которые у меня были такие каменные, сами минералы и перья. То есть это три таких монотемы, но там просто дофига всего получается на самом деле. Вот, и вот я сейчас их хочу закончить, засимилярить и тоже грузить, потому что чего они валяются. А там у меня где-то по сотне, наверное, на каждую получается семинаров. То есть, соответственно, я вот сейчас сделаю там и Мардигра я рисую, у меня там тоже что-то очень много получилось, как тем месяца. Соответственно, вот за этот месяц у меня что-то, наверное, штук 500 получится. Нормально, слушай. Тут так вообще вот, Конечно, я сама не ожидала. это очень хорошая продуктивность у тебя, ты прям молодец. И я вот думаю, как это использовать на пользу, да? Если получается так достаточно много, постарайся тогда грузить не по 10, а сразу там по 20 работ по одной тематике за день. Если ты можешь за день загрузить 20 работ одной темы и 22, сделай так. Потом сделай день перерыв, следующую загрузку через день. То есть лучше большими партиями. И вообще раньше, как вообще советовали, да, бывалые стокеры, что можно грузить вообще раз в неделю, но большими партиями. И что типа тоже такая стратегия может иметь место. Попробуй вот поэкспериментировать с количеством, да, иллюстраций по одной теме. Ну, вот Постарайся это взять больше. сложный вопрос, потому что я грузила вообще через день, у меня было расписание, а потом я стала грузить каждый день, и у меня шатер вроде как проснулся на некоторое время, потом, правда, опять заснул. А вот не знаю, это было с этим связано или с чем-то другим.
Хорошо, слушай, Поэтому, ну, вот вообще если сложно сказать, как это есть такое работает. наблюдение, то если как проснулся, соответственно, есть сейчас запас иллюстраций, что можно подгрузить побольше, тогда постарайся, если каждый день, вот побольше просто по одной теме, да, чтобы в новом прям это был оп, куча сразу симиляров, твой стиль классный, и там чтобы покупатели сразу тебя увидели. Потому что если даже зайти вот куда угодно, да, сейчас мы примерно посмотрим, сейчас, куда у меня камера прилетела. Сейчас я изменю. Ну вот возьмем, я не знаю, авокадо. Пишет там. Мы на примере просто разберем это. Еще бы шатерсток побыстрее бы соображал, загружался бы. Ну что такое? Ну и вторая мысль, пока он грузит, у меня про атрибутацию. То есть, может быть, либо я слишком много беру зонтичных терминов, либо я слишком много беру каких-то дополнительных, либо я недостаточно креативно подхожу к тому, на что это еще похоже. Еще Потому что смотреть. когда я сидела, атрибутировала для Canva, вот там фантазия просто на, я не знаю, на 500% надо включать. Потому что иначе там вообще просто мрак. А, вот, я подумала, что, в принципе, наверное, можно бы как-то немножко по-другому к этому подходить. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, там в целом-то, где креативить нам. Самое важное, чтобы наше описание было релевантно картинке, тогда ее купят. Я стараюсь максимум синонимов искать к тому, что у меня там есть. Ну, таких, конечно, не таких, каких никто не знает, а вот каких-то более употребительных. Не знаю. Так, ну что у нас загружается? Ну вот, у нас, допустим, авокадо акварельное. Свежие загрузки, да, нам же нужно в свежем мелькать. Вот мы идем, и что мы видим, да? У нас тут несколько иллюстраций авокадо, которые занимаются, даже кто-то из наших, да, рисует. Это мои все как А, раз. твои, да? Но видишь, раз, два. Они разбиты, между ними втерлись какие-то другие авокадинки, да? Причем по качеству вообще. Разбились. Разбились и здесь, да, тоже. Вот, смотри, иконки. Оп, пошли. Тррррр. Сразу привлекает внимание, потому что много похожих, да, здесь, конечно, простые очень симиляры, но для иконщиков это нормально. Или вот, допустим, раз, раз, два, три, четыре, пять, заняли целую плошку, да, вот в Шаттерстоке, сразу бросается взгляд. Или, допустим, здесь, конечно, супер простые симиляры, так, конечно, Вообще. делать не надо, но сам факт того, что, оп, привлекли внимание. И здесь тоже, оп, вот кто хорошо так грузит? Чей портфель? Сейчас посмотрим. Я обычно по аватаркам всех узнаю. Елена Захарова. Молодец. Загрузила так, что привлекает внимание. То есть... Ну, такие у него богатые композиции, прям вообще. Так, сейчас я еще дальше посмотрю, что у меня тут опять все зависло. То есть, как и в топе нам нужно своими иллюстрациями, да, привлечь внимание, так и в свежем. Вот, допустим, загрузили, да, раз, два, три, четыре, пять иллюстраций с графикой подряд. И сразу, оп, привлекает внимание, потому что в одном стиле, допустим, вот это один, да, вообще баннерная слепота. Очень у многих, людей вообще, да, есть такая история, как баннерная слепота. Так еще у дизайнеров, которые уже просто ничего не видят. Они видят уже просто плашками, да? Раз, одинаковый стиль. Ага, они уже такие, ну, понятно, тут есть из чего выбрать. Здесь тоже есть из чего выбрать. Сразу понятно, сразу, ага, интересно, пойдем в портфель, посмотрим, что там дальше. Да, оп, тут одна фотография. Была бы серия красивых фотографий, тоже можно было бы посмотреть так, ага, интересно, что там серия красивых фотографий, хотя ему там, может, фотографии даже не нужны, но он перейдет туда и глянет. Ну что тут у нас? Вот, допустим, один какой-то авокадинка, да, он просто пройдет мимо. Было бы несколько в таком стиле, зацепился бы взгляд. Ну, тут, конечно, такой смех, да, в этом. Кто это? Свежим я люблю Кто заходить. это?
можно посмотреть, да, насколько все-таки мы хорошо и круто прорабатываем темы, хорошо рисуем. Чисто поднять самую свою самооценку за эти. Ну, в общем, да, наглядный пример, для чего нужно грузить чуть больше, чем, да, одну иллюстрацию. Постарайся сделать такой эксперимент, думаю, что оживится Shutterstock, оживится все. Так, по поводу описания, давай посмотрим. То есть описание у тебя подробно, все хорошо. Ну да. Релевантные картинки тоже. Так, ключевые слова, да, что это у нас и паттерн, да, бесшовно написан Да. тоже. Что это еда, акварель, что это изолированное, да, все это нормально. Все отлично. Нет, у тебя достаточно релевантное описание, релевантные ключи. То есть, ну, это Ну, я как. думаю, что, может быть, у меня большой кусок отъедают всякие вот эти, типа, там, фрейм, там, горизонтальные, там, принт, вот, я не знаю, что-то из этого. Ну, вроде, то есть я, когда вот у меня заканчиваются прям совсем релевантные слова, я тогда начинаю эти пихать. Это нормально. Это нормально, да? Но среди вот этих, которые дополнительные наши ключевые слова, их же вообще огромный пул, да? Там их может быть, не знаю, штук 30-50. И, соответственно, уже среди них надо тоже как бы выбирать, что нам наиболее подходит. То есть это сложная работа, да? Но это для одной темы можно постараться. Так, сейчас что-то не открываются ключевые слова. Так. Хочу одно посмотреть, он открывает другое. Что ж такое-то? Ну, допустим, да, тоже слово ключевое, еще не знаю, откроется, не откроется. Мы просто смотрим, сюда зайдет в топ, да? Ну, вряд ли здесь будут краски. То есть вместо этого дополнительного слова можно поставить что-то другое. То есть его уже как бы вычеркиваем, у нас, соответственно, еще есть одно свободное. Да, это, я понимаю, очень универсальное ключевое слово, это действительно может быть разные объекты, но вот это слово, оно уже давно приклеилось к 3D. Да, то есть очень много здесь 3D-иллюстраций растровых. Соответственно, как бы можно поэкспериментировать, убрать, заменить что-то другое. И, по идее, можно так пройтись и по каждому. Но, конечно, вот такие слова, как вот, да, вот, как переводится правильно на русский. Ну, это пенал Ну да, пенал, то в или коробочка. сочетании с красками. Конечно, его стоит оставить, потому что может быть запрос. Финал с красками, да? Вот, допустим, текстура, как акварели, ну, как бы вряд ли ее будут искать, да? Скорее всего, будут искать какие-то разводы акварели. То есть, по идее, можно тогда текстуру заменить на разводы или на клякс. Ну, клякс у меня там, по-моему, отдельно есть. Ну, то есть, как бы, поняла логику, да? То есть, если мы оставляем, смотрим, как это сочетается с нашим объектом нарисованным и делаем выводы, подходит или не подходит, да? Так, допустим, микс. Микс цветов, да, может быть. В топе тут, конечно, вообще, да, полная дичь. Тут настолько разношерстный топ, еще я не погружается. Тут может быть микс всего, но тут в основном, да, микс это связано с продуктами, что есть какой-то ассортимент. Насколько нам это нужно будет к акварельным красным? Ну Вот. и вот я имела в виду, конечно, микс цветов. Да, я понимаю. И вот есть ли какая-то альтернатива, как обозвать? Может быть, назвать там каким-нибудь словом выкраска, да, что ближе подходит к нашей тематике. Вот. Так что вот стараться каждое вот это дополнительное слово проверять на сочетание с нашей темой плюс топа. И вот мне кажется, если вот постоянно об этом думать, то со временем это, конечно, со временем это приходит в привычку, и уже не надо будет об этом думать, ты уже как просто понимаешь, да, что
подходит или не подходит. А вот над этим надо подумать именно вот сейчас конкретно в каждой теме. Вот именно вот этот пул дополнительных слов. Я надеюсь, понятно объяснила. Да. А то в моей голове это все понятно. Переложить как-то. А так все остальные слова, они действительно такие тематические. Ну, может быть, еще вот это. Да, что это инструмент. А, вот здесь, конечно, есть, да, кисти и краски. Насколько... Вообще здесь есть, конечно, в топе вот такая вот история, можно и оставить. Да, сочетание с красками он будет выходить нормально. Цвета, чернила, все это нормально. Коробка, вот по поводу коробки тоже не знаю. Есть ли какие-то еще другие ключевые слова, которые будут нам ценнее, чем слово коробка? Потому что здесь в топ с твоей иллюстрацией точно не выбиться, потому что оно прям конкретно будет обозначать, да, что-то. Заменить кейс, да, вот как здесь уже у тебя стоит он. То есть получается у тебя кейс и коробка, ты имела в виду одно и то же, но два ключевых слова заняты, но имеется в виду одно и то же. И я бы из двух оставила бы только кейс, потому что он в сочетании с акварелью как бы впервые придет на ум, так сказать. А коробку бы заменила каким-нибудь другим словом, да, из тех, что мы можем еще подобрать. То есть вот такой вот принцип, попробуй тоже поэкспериментировать, вот именно с этой точки зрения топа и сочетания с твоими иллюстрациями, и подобрать вот прям осознанно, посидеть, подумать, все это повыбирать. Я, знаешь, когда подбирала, я прям вбивала, открывала Shutterstock или Adobe Stock, вбивала ключевое слово, смотрела, что у нас по топам. Иногда, кстати, когда я попадала, да, там в какой-нибудь, ну, там, если открыть, какое-нибудь прям подходящее слово, ты видишь какие-то другие еще вокруг иллюстрации, которые выбиваются в топ по этому слову, и тебе это наводит на какие-то мысли, какие еще можно ключевые слова вставить в твою иллюстрацию. То есть тоже очень полезно проверять топы перед тем, как мы пишем все. Вот такая Ну, вот я обычно ключевые рекомендация. начинаю с Аймстокера. Там, в принципе, неплохо предлагает варианты. А дальше уже с словарем синонимов. Свалимся на него, да. Потому что тема хорошо, много иллюстраций. Вот давай поэкспериментируем с загрузками и вот с таким методом подхода к ключевым словам. Потому что описание ты делаешь хорошо. А по А, самим симулярам? по самим симулярам, слушай, ну если раньше, да, у меня были вопросы к сложным, простым симулярам, то сейчас, ну может это, конечно, сейчас выглядит из-за того, что загрузки такие, да, все в разнобой и невозможно сравнить. Но если взять, ну, не знаю, какую-нибудь тему, давай тоже авокадо возьмем. Посмотрим, как она просимулирована. А она у меня сейчас свеженькая, я ее только начала грузить. Ну, какая у тебя тема, прям, не знаю. Из старого. Ну, пляж, да. Рамки. Хочется как будто бы больше композиций отдельно. Ну, они тоже есть. Что-то такое, да. Но я вижу, да, что есть. Но очень прям много паттернов. Вот такие очень универсальные, кстати, штуки. Вот трубочки тоже универсальные. По идее, это все должно достаточно хорошо продаваться. Как будто бы может быть больше места под текст оставлять. То есть, допустим, идея классная, да, стоит два шезлонга, но мне как дизайнеру, допустим, здесь будет не хватать места. То есть место оно есть, но я не смогу здесь расположить прям какую-то такую надпись в формате ромбика. Да, то есть здесь можно расположить только плашечку текста или какую-то цифру красиво. А чтобы вот именно ромб влез, да, когда у нас действительно есть какая-то надпись, сверху у нас какой-то description, внизу логотипчик. Здесь не хватит места, придется двигать как-то искусственно эти шезлонги. То есть чуть-чуть не хватает места, и все, иллюстрация уже может не продаваться, да, в рамках.
Здесь то же самое. Ну, то есть идея это прикольная. Просто чутка раздвинуть. Можно себе прям ромбик нарисовать и вставлять его там между, чтобы смотрелось, ну, смотреть, как это получается. А, плюс в рамочках вот в таких вот, да, что могу посоветовать? Стараться делать сами объекты крупнее, да, чтобы видно было, что там за иллюстрация. То есть у нас, я, кстати, частенько делаю многим замечания относительно этого, что старайтесь мельчить, чтобы получился какой-то геометрической формы, да, круг, квадрат, прямоугольник. Но акварельные иллюстрации лучше, чтобы на первое место выходил сам предмет, а потом уже форма. А сейчас получается с помощью формы получается узор. Так, понятно, нет? Да. Да, что чуть крупнее, чтобы видно было, да, какая прекрасная там акварельная иллюстрация или какая классная там графика, да, чтобы, может быть, тут ракушка одна будет крупнее, остальные чуть меньше, но их будет меньше по количеству, но они будут прям видны классно. И тогда это прям вот интерес будет вызывать именно графика. Конечно, вот такие истории тоже прикольные, да, здесь такой ритм интересный получился. Да, плюс какая-то там графика, но здесь почему прикольно? Потому что форма зонтиков простая, и она очень легко считывается глазом, а здесь в ракушках очень много информации внутри мелкой, и когда еще они сами мелкие, то тут просто насыщение информации, и извлекая это просто как узор, и там уже непонятно, что нарисовано. Лучше увеличивать. А вот в таких простых вещах можно тогда так оставлять такой размер. Вот здесь тоже простенько, сама форма простая, понятная с первого взгляда для восприятия. И уже не хочется увеличивать. А когда есть что-то интересное, хочется рассмотреть, да, как вот шляпа, допустим, то здесь уже хочется увеличить, посмотреть, что там за цветок, чтобы это было прямо на первом месте в этой рамочке, ну, в веночке. Ну, что касается паттернов, а есть на белом фоне? На белом фоне вижу Да, конечно, где-то должны точки. быть. Ну, в графике, да, все на белом фоне. Они, может, где-то раньше еще, потому Может что я быть, их даже. обычно первыми гружу. Ага, да, все есть. Ну, паттерны хорошие, тут и композиции вот вижу, да. Вот смотри, как интересное наблюдение. А я так понимаю, что да, вот чем дальше, тем свежее загрузки. То, что ты грузила в самом начале, да? Там какие-то изоляты, потом какие-то первые композиции, первые паттерны на белом фоне. Если смотреть, вот абстрагироваться, давай вот так вот сделаем. Еще поменьше. Прямо издалека. Достаточно чистое портфолио с хорошим таким уровнем владения акварели, понятные композиции. Да, все отлично. Там паттерны красивые. Выглядит чисто. Здесь тоже чисто. Чистота. То есть, ну, уже появляется много мелкого. И как будто бы сильнее забивается портфолио. Вот сейчас мы перейдем на последнюю страницу загрузок, когда уже были доделаны семиляры. То тут еще сложнее для восприятия. То есть очень много мелкого. Очень сложно все с большим количеством информации. И уже трудно для восприятия. То есть тебе надо где-то в семилярах останавливаться вот на этом уровне. То есть уже дальше не мельчить, уже дальше не увеличивать количество рамок, венков и так далее. Может быть, от венков в каких-то темах вообще отказаться. Потому что вот глядя вот вообще на первую страницу загрузок, вообще все классно. Все выглядит вообще очень просто восприятие, очень чисто, очень лаконично, да, а дальше уже сложнее получается. Видишь сама это? Понимаешь, да, о чем я говорю? Или вот все-таки увеличивать и делать все чуть крупнее, чтобы это было также просто в восприятии, да? А в каких-то наборах, может быть, делать просто с полинейки наборы, да, вот как Фрипик нас просит, если это набор, то там прям строго по сетке. Вот таких наборов, может быть, не хватает, чтобы как-то разбавлять портфолио, чтобы было больше белого пространства. Да, потому что здесь есть набор, но тут еще в обрез получаются листики, да, тоже есть набор. Вот пускай будет набор, где
четко ракушки, прям вот по сеточке стоят, все идеально, да, вот как икончики делают свои иконки по вот этой сетке, вот то же самое. Попробуй, ну, такие наборы тоже включать и посмотреть, как их будут покупать. Сейчас мы еще популярно глянем. У меня где-то есть ссылка, которую я ставила на Dribbble. Я что-то ее не вижу. В разборе? В профиле. Нет, вот в профиле шатровском. Посмотрим. Должна быть в информации. Да, есть. А, все, понятно. Все, отлично. Я ее почему-то не нашла. Ага, ой, ну интересно смотрится вот в таком стиле, да. И графика, и акварель. Все в едином. Так, я хотела еще посмотреть популярное. И вот здесь, кстати, тоже видно то, о чем я говорю. Такая свежесть восприятия портфеля. Здесь тоже понятно о чем, понятно о чем, понятно о чем, понятно о чем. То есть как бы топ воспринимается очень легко. То есть не приходится выглядывать между картинками, а что там, какая рамочка и так далее. Ну, если как-то подытоживать, да, ключевые слова, вот с дополнительными ключевыми словами, да, мы смотрим, что именно по теме в сочетании ключевых слов нам нужно, от чего-то отказываемся, лучше заменяем чем-то другим. Плюс загрузки, постарайся теперь вот побольше тем грузить, чтобы в свежем прям страничку, ну не страничку эту, линеечку занимать, да, здесь сколько у нас, 6, иногда 7 иллюстраций помещается. Да, и плюс вот по семилярам где-то вот может быть меньше этих рамок делать с мелким форматом, а стараться больше делать вот таких вот наборов. Вот неспроста он куплен, да, классная тема отработана, хорошие элементы и очень четко расположен. Все понятно, сразу дизайнер понимает, что он покупает. Здесь то же самое, три элемента. Отлично. Вот постараться на таком сосредоточиться. И делать это прям какое-то продолжительное время, и уже потом сделать выводы. Там, месяца три на это прям потратить, вот с этими тремя условиями, экспериментируем, так сказать, и потом уже сделаем выводы. Все понятно? Какие-то есть еще вопросы? Да нет, пока, наверное, нет. Хорошо, Лен, мы тогда идем дальше. Да, спасибо. Все нормально, вот двигайся в верном направлении. Вот это немножко поменять. И все, надеюсь, будет хорошо. Так, мы идем дальше. Дальше у нас Евгения. Евгения, успела или нет? Да, успели. Успели, конечно, у нас тут уже 1:47. Да. Да, так. Расскажите немножко. Я вижу, у вас совсем маленький портфель. Совсем маленький, да. Я в Да. мае начала регистрироваться на все, ну, как на все стоки, я зарегистрировалась на Dreams, на Pixel, на 1, 2, 3. Шаттер у меня был, оказывается, с 2020 года. Вот я это узнала в этом мае. Я вспомнила, что я каким-то образом там зарегистрировалась, даже какие-то три работы новые, ну, в смысле, какие-то три работы умудрилась туда загрузить в непонятных форматах, естественно. Вот, потом благополучно об этом забыла. В августе я зарегистрировалась на Adobe, на Виктизи. И все, фрипика у меня нет, потому что я решила, что без вектора, наверное, туда не имеет смысла. Ну и пока. Еще есть озеро. Вроде бы все назвала. Ну, а вы, так понимаю, совсем начинающий жестокий иллюстратор. Ну да, я в мае начала типа грузить. Но вообще в основном это вот в июле, как в клуб вступил, но я пропустила две темы, потому что ни спорт, ни эзотерика, мне в голову совсем ничего не пришло. Вот, а в сентябре, вот в октябре, это вот уже новая тема по Пасхе, я не знаю, наверное, слишком рано, конечно. Но... Нет, нет, все нормально. Поняла вас. То есть совсем мало. Получается активная работа. Сколько месяцев у нас? Ну, если считать, что в мае я больше регистрировалась, смотрела там вебинары, вообще как семинары делать, то активно с июля получается. Но в среднем у меня в месяц получается загрузить
только где-то, я не знаю, у меня камера работает, нет, вот Сейчас как заработала, да. там До этого не работает, доходило. да? Примерно 60, это вот если попало в тему месяца, вот еда нормально, да, и получилось даже как бы даже две темы, отрисовать мандарины и вот паке. Вот. Но больше 40 бывает. В сентябре вообще очень мало, потому что были всякие марафоны, и я загрузил только 20 иллюстраций. В общем, вообще в самом-самом начале. И у меня очень мало растительности, цветочков. Вообще листочки мне вообще не даются. Я думал, надо мне нарисовать какие-то обычные, ну, веточки с листьями и наделать из них много семилляров, чтобы, ну, было что грузить. Вот у меня очень большая проблема вообще с листьями. Вот это то, что на заднем фоне у подсолнухов, это вот единственное, что я смогла из себя вырядить, и то, что мне понравилось на финале. Ну, как получилось, и то я их перекрашивала в фотошопе. А, вот. Хорошо, поняла. Ну, то есть у вас получается сейчас такой период, когда вы только вникаете, вот начинаете выстраивать свою стоковую работу, все вот это вот. Ну да, я стараюсь. У меня даже еще вот PayPal я себе не делала. Это для меня просто какой-то ужас. Я себе дала обещание, возможно, до конца года попробовать его все-таки сделать. Или пока... Так что пока вот по темам у меня такая проблема, что даже если я рисую тему, я рисую много элементов, ну, как мне кажется, много, иногда даже больше 15, но потом используются в теме там максимум 5, потому что остальные мне не нравятся, как они обработались, или некуда их вставить, и в общем, такие проблемы. Ну да, нужно тут выделить время на то, что у вас какой-то период, там, может быть, от полугода даже до года, тяжело будет ассимилировать, потому что вот притирка, так сказать, объектов друг к другу, очень Да, тяжело сразу с верно. нуля создать набор, чтобы потом семилляры получились удачными. Что-то не нравится, что-то мы выкидываем. Это вообще естественный очень процесс, который проходит не каждый, но большинство микростоковых иллюстраторов. Что касается описания, я смотрю, вы ну, достаточно много пишете. Да, ну где-то 180 точно получается. Но из-за этого у меня на Dreams вообще ничего через StockSubmitter не грузится, потому что я, видимо, не поставила галочку обрезки, видимо. А вы И где живете? В какой стране? Москве. А Dream сейчас не работает с Россией. А у меня как-то грузится Dreamstime. Там, возможно, не знаю, девочки, поделитесь, я просто не гружу на Dreams. А загрузить можно, вывести деньги можно. Да. Ну, там у меня и не покупают, там вообще ничего не происходит. Это просто мой самый-самый первый. Я еще весной каким-то образом после какого-то прочтения какой-то статьи я там зарегистрировалась, и вот весной туда грузила всякую не очень высококачественную, скажем так, контент. Вот. А сейчас вот у меня он не обрезается, видимо, и вообще туда ничего не грузится. Ну, смотрите, у нас депозит фото, вот девчонки тоже, Лена пишет, депозит фото не работает. Депозит фото и Dreamstime — это два таких стока, они изначально были стоки третьего эшелона, так сказать. То есть они как бы, с ними можно работать только если они подключены к стоксабмитеру, чтобы на них не заходить, не проверять, вот что туда загрузилось, то и загрузилось. Они как бы продают очень редко, но там раз в 3 месяца с них можно будет вывести какую-то денежку. Катя пишет, Dreams работает и выводит. Да, я как бы с Dreams тоже вывела деньги, написав им письмо, да, они выводят. И они хорошо принимают. То есть, если вы наладите загрузку через сток сабмитер, то можно работать с этим стоком. Но это не наш самый главный сток вообще далеко. То есть, в целом от него можно даже какое-то время отказаться, если есть какие-то сложности. То есть, это не тот сток, который должен отнимать ваше внимание для работы. Наши главные это Shutterstock, AdobeStock, iStock, вот эти вот наши мастодонты, которые продают. Дальше уже следующий эшелон это FreePIF, там, я не знаю, Bixta, 1, 2, 3, Royalty Free, Alamy, а уже дальше это вот как раз-таки депозит фотос и так далее. Также у нас есть креативные магазины, это уже когда у вас будет побольше портфолио, уже можно будет там пытаться идти на креатив маркет. Ну вот у меня креатив фабрику неожиданно, я им, правда, 2 или 3 раза, мне кажется, отправляла запрос, и креатив фабрика, ну, открыл там. Да, и айсток у меня тоже есть, вот я про него забыла. Это хорошо. Ну, то есть основная задача это, да, всю линейку стоков
все настроить, и дальше уже разбираться, как делать коллекции для того, чтобы потом их еще собирать на креативные магазины, да, но этот опыт только со временем идет. Вот сколько вы сможете отрабатывать тем, чем больше, тем быстрее у вас придет это понимание, чем медленнее вы будете работать, тем дольше, да, будет приходить это понимание. Но это точно вот такая насмотренность, такой опыт, который вырабатывается только. Что я могу сказать, глядя на ваше портфолио? У вас уровень рисования очень хороший, да, выше среднего. Есть какое-то понимание композиции, симиляры делаете, паттерны. То есть здесь немножко надо сейчас развивать портфель по количеству тем, да, грузить, стараться побольше, то есть выстраивать свою стоковую работу, обучаться параллельно тем, ну, какие-то есть, вы, допустим, понимаете, какие-то пробелы в чем-то есть, вы сразу там идете, смотрите какое-то там видео в клубе по этой теме. Если не знаете, где найти или есть ли такое видео, можете в чате спрашивать, девчонки подскажут, где мы об этом говорили. Рекомендую вот для того, чтобы быстрее вот этот у вас процесс пошел, посмотреть как можно больше разборов по темам месяца разных. Хотя бы там на X2, но чтобы вы видели, как создаются коллекции, с чего они начинаются и чем они заканчиваются. То есть с чего они начинаются при создании и какие симиляры потом выходят. Потому что, как правило, на таких разборах мы очень много разбираем различных историй, ошибок, да, и какие-то там фишки находим совместно. Вот как бы сложная задача, но вы на верном пути обучения и выстраивания своей стратегии. Я не знаю, вы идете на интенсив? Были уже там или пойдете, нет? Нет, я не была, и по времени, мне кажется, с середины месяца я решила, что я просто не успею, обязательно что-нибудь случится, и потому что у меня маленький годовалый ребенок, и этот форс-мажор может произойти очень неожиданно. Ну, смотрите, вот такие вот истории, изоляты тоже имеют место быть на стоках, но смотрите за формой, да, чтобы когда мы предметку, чтобы она у нас была симметричная с обеих сторон. Если немножко хочется подрезать. То есть по акварели, да, вы можете тоже повышать насмотренность, что-то где-то, да, замечательно. Как правило, я вот на разборах в клубе это даю, да, говорю, что где. Ну, это нормальная история, когда вы выходите в эфир, и у вас там ребенок сразу внимание требует. Вы уже Да, извините, накалили. нас Можете тоже не покушал, отвечать. давайте вперед. Мы всех рады слышать, это нормальная история. Так, я хотела посмотреть, что продается. Но продавалось пока только у меня было по 3 продажи на месяц. Вот продался вот недавно вот этот крисмасовский паттерн, вот, потом вот эти 2 рамки с чесноком. Удивительно, что кому-то понадобилась такая рамка круглая с чесноком, конечно. Я ее сделала, когда после просмотра вебинара про симиляры у меня было мало всяких рамок и композиций. Я думаю, ха, я сейчас тут нафигачу рамок просто от души, и там нравилось, не нравилось, сделала, думаю, что, ну, не то, что прям совсем то, что не нравилось, конечно, я не грузила. Вот, ну вот кто-то купил. И вот новая тема Паке. Удивительно, что уже вот она только в конце октября загружена. Пока все. На истоке покупали хурму, вот с челленджа, вот участвовал в сентябре, челлендж был, взяли хурму, но правда просто обычный изолят вот на веточке. И все. Ну вот этот соевый соус здесь, причем пошире взяли. И ну, вот мороженое, вот это такой в виде рыбки, тайяки, там чисто его нашли, видимо, кому-то специально надо было, его нашли только по ключу тайяки и больше ничего не. Понятно. Ну, Евгения, что могу сказать? Вы в самом начале пути. Побольше старайтесь сейчас уделять внимание своей насмотренности, да, вот, и действовать. Здесь самое главное, все то, что вы изучаете в клубе, да, смотрите какие-то видео, разборы. Одно дело услышать, второе дело уже применять на практике. То есть параллельно обязательно рисуйте новую тему, участвуйте в разборах. То есть такой вот сейчас этап у вас накопление информации. Мимо него никак не пройти, да, это вот нужно для развития собственного стиля, собственной стратегии. Раз на интенсив вы не идете, старайтесь как можно больше получать информации именно с разборов. Вылетела.
Так, вы Алло. слышали, что... Да, Да. извините, да, вылетело что-то. Вы Извините. слышали, что я вам сказала или нет? Нет, вот после того, как я сказала, что продалось, ничего не слышала. А, понятно. Я вам просто... Я же не знаю, повторяете ли вы в записи, посмотрите. Но я вам рекомендую сейчас больше повышать насмотренность. Да, вы сейчас на этапе находитесь, когда вам нужно прям накапливать и все сразу применять. Что просто посмотреть, это не так эффективно, чем нежели как вот рисуем тему, смотрим что-то обучающее, выстраиваем стратегии. Особенно из-за того, что вы не идете на интенсив, старайтесь как можно больше смотреть разборов. Это поможет. И закрывать какие-то вот, да, сразу Хорошо. истории. А какие-то есть вопросы у вас? Да нет, ну понятно, что очень маленький портфель, пока вообще про что-то говорите. Просто я пыталась подать в предыдущие месяцы и думала, может, к этому хотя бы 300 будет, но у меня темп такой маленький. Сейчас единственный вопрос будет по графику. Не знаю, можно будет на промежуточный разбор. Я как вторую тему решила выбрать праздник любителей сыра и нарисовать его в графике. Вот, но у меня такая графика, я пробовала уже ее, она у меня слишком черная, мне кажется. Вот я, наверное, на разбор месяца загружу, чтобы, ну, посмотреть визуально вообще, это как-то будет покупабельно, ну, в общем, будет это продаваться или не имеет смысла так выгрузить, нужно менять что-то в технике. Вот, так что в основном как про графику, но это не в этом разборе. Ну хорошо, вы тогда обязательно загрузите, посмотрим, сделаем выводы. Да, еще насколько графика будет актуальна к этой теме, тоже посмотрим. Вот, поэтому покажите обязательно, да. И в целом вы хорошо, Хорошо. что подались, даже с небольшим портфелем. Вы знаете, я люблю такие истории, потому что это некая фиксация отправной, может быть, точки или уже какой-то следующей точки. Ну, вы же не есть иллюстрации, да, уже с чем-то работаете. Какой-то процесс понимаете. То есть дальше уже там через какое-то время можно будет посмотреть, что было, к чему пришли. Да? То есть это всегда очень полезно зафиксироваться на каком-то уровне, осознать, что ты уже сделал, и уже понять, что нужно дальше развивать. Так что все правильно, что Да, подали. спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы До идем свидания. дальше. До свидания. Дальше у нас Катя. Катя, привет. Дань, привет. Привет, привет. Рада видеть твое портфолио на разборе. Что касается, да, начнем сразу по порядку. Что касается визуала, по цветам мне все прекрасно, все очень нравится. По конкретным тематикам мы сейчас поговорим. У тебя есть темы прям очень хорошо отработанные, есть темы немножко послабже относительно других тем. Мне кажется, у тебя все зависит от настроения. В каком настроении ты рисуешь, мы сейчас это все разберем. Расскажи немножко, у тебя в портфеле 3774 работы, за сколько получилось? И сейчас посмотрим динамику твою. Ну, с марта 22-го. То есть ты сколько, получается, Я прошло? посчитала, получается, в среднем где-то 180 в месяц у меня. Ага, 180. А ты не считала количество тем? Сейчас могу посмотреть. Сколько Сейчас ты посчитаю отработал? быстро. Я как раз за компьютером. Так. Где-то около 40, плюс-минус там. Это в среднем сколько получается иллюстраций на тему, если так начать делить 3774? Ну, получается, в среднем 2 в месяц. По сколько иллюстраций получается? У меня тут калькулятор нет. Ну, я же маньяк с миллиаром. Ну вот да. Ну, где-то 200, ну, есть и 100. Вот, например, ягода асаи, как я и обещала, больше 100 не сделала. Ну да, где-то 100 примерно и получается, 94. Я уж посчитала. Хорошо. Да, но тем много. Как вообще по твоим наблюдениям? Есть какие-то у тебя проблемы, вопросы? Как у тебя Adobe Stock относительно Shutterstock ведет себя? Ну, Adobe, конечно, лучше продает, чем Shutter.
Шаттер, конечно, хотелось бы лучше, ну и вообще, в принципе, рост у меня очень медленный. То есть, если честно, я хотела уже больше. Хотела бы уже Рост больше. есть, но медленно. Ты ведешь график, да, какой-нибудь наглядный? Да. То есть все-таки растет, ну, дуга там Ну, какая-то. растет, конечно. Ну, хотелось бы быстрее. Давай Ну анализировать, как ты да, думаешь. что-то прям это тут каждый месяц по чуть-чуть, вот прям по капельке прибавляется. Ну, ты помнишь, да, что мы пока ползем до 300-400 долларов в месяц, там все сложнее, когда Ну появится вот я больше расходов. сейчас на 300 торчу. Ну, И это, знаешь, перешагнуть я эту цифру не могу пока. это такой сложный рубеж, вот он прям, знаешь, испытывает. Можно прям какое-нибудь, я даже не знаю, название к нему придумать, когда прям человека проверяет, сможет он дальше или не сможет. И вот, мне кажется, тебе нужно так дальше планомерно и грузить, да, и все-таки радоваться своему росту и ждать, когда уже появится большое количество расшив. Что по количеству стоков? Ты везде есть? Ну, на основных, конечно, везде. Плюс дизайн кац и виктизи. Creative Market? Ну, один раз только подавала летом. И вот каждый раз делаю набор, думаю, ну вот еще один и подам. Потом опять делаю набор, ну вот еще один и подам. Ну, второй раз еще не подавала, но думаю, может быть, в этом месяце подам. Попробую. То есть уже 10 у меня есть. Хорошо, ну надо пытаться попробовать, да, потому что много наборов все-таки, представляешь, если ты сделаешь 40 тем для креатив-маркета, оформишь их, это же тоже такой пул покупателей большой. Ну, блин, у меня на набор, конечно, уходит времени. Я не знаю, там Наташа, по-моему, говорила, что она вот за один день чик-чик, и набор готов. У меня, ну, я растягиваю, конечно, то есть я целый день не сижу, но где-то неделя уходит. Ну, Там. не знаю, как у Наташи, но у меня так достаточно тоже длинная, пока ты соберешь набор, да, Да, пока пока ты макапы. сделаешь превьюшки, потом как, пока ты загрузишь, то есть, ну, Да. дать, конечно, можно, но я не знаю, это тяжело в плане, много работы за день надо провести. Ну, И поэтому у когда ты... меня пока получается за месяц два набора вот я могу оформить. Так, ну я сейчас смотрю, да, что у нас тут уже страница. А в целом, ну, у тебя акварель по цветам, все отлично. Периодически кое-где именно по рисунку бывают какие-то, да, небольшие провалы по строению. Это то, что, на что тебе нужно, да, обратить внимание. А так, по акварельке, по цветам мне нравится. Может быть, не хватает каких-то пятен более акварельных. То есть хорошая акварель, но нужно дополнительно показать, что это акварелька, да, какими-то эффектами. Вот очень такая свежая тема с водорослями получилась, да, потому что здесь, возможно, там в одну заливочку, да, было сделано. И выглядит прям так акварельненько. Свежо, очень свежо. Конечно, в рыбках там по-другому не сделаешь, все они хорошо получаются именно в таком стиле, ну, в предметке. Когда что-то вот такое вот воздушное, морское, там хочется еще посвежее. Ну, я не считаю, что это должна быть причиной медленного роста. Это я просто так, наблюдения небольшие. Я поняла. Я, кстати, последнюю тему, когда хлеб рисовала, я тоже ее старалась менее графично и более так живенько и побыстрее нарисовать. Мне, кстати, понравилось. Она загружена уже у тебя? Ну, начала грузить, да, потихоньку. Сейчас посмотрим. Разглянем. Сейчас я дойду до туда, посмотрю все. Потому что вот я сейчас смотрю, вот так, да,
пролистывая твой портфель, и меня прям цепляется глаз вот за такие вот свежие истории, где цветы там, да, где нет какой-то сложной конструкции в виде, да, деревяшек, потому что деревяшки прям по тону сильно темные. Хотя здесь хорошо вроде тема отработана, да? Сейчас я еще до конца дойду. Интересная история. Так, что же не ставить? А по загрузкам что, как регулярно? Насколько регулярно, какое количество грузишь? Ну, где-то 4-5 раз в неделю, в среднем 8-10 иллюстраций. Но я вот послушала, Лене ты говорила, мне кажется, мне так же надо делать. Потому что у меня тоже, ну, в Разнобой. работе готовых тем, да, около 7 точно есть. И, ну, я тоже сама уже к этому начала приходить, что, наверное, надо... То есть одну тему сегодня или там две сегодня, да, три таких или четыре. На следующий день другую. Попробуй, да, ну как вот и я Лене говорила, да, в формате эксперимента можно. Ну вот такие вот истории, они абсолютно не нужны, когда у нас такая уже серая акварель появляется. Рядом с твоей сочностью это просто теряется, да. А это у меня цветы для готической темы, она там темная. Ну, А это видимо, изоляты я просто закинула. да, но видишь, смотри, в наборе, я думаю, что это выглядит хорошо. А если бы, допустим, я бы просто встретила вот эту иллюстрацию среди свежего, среди других авторов, я бы даже не нажала на нее, потому что подумала бы, что меня ждет в этом портфеле, да? То есть... А, ну просто изолятом не надо было ее даже загружать, да? Да, то есть Все, поняла. если ты видишь, что у тебя какие-то там доп. Элементы, они по уровню, да, ниже, чем все твои остальные иллюстрации, то Ага. тогда уже их просто не делать отдельными изолятами, а делать в наборе, как минимум, чтобы это выглядело, да, все отлично. А на вот эта тема, ну, мы ее видели, да, я помню, тебе Ну говорила. да, я ее только начала грузить. Я же Вот не здесь, сразу. смотри, деревяшка у тебя уже лучше нарисована, чем предыдущее дерево, которое я видела. Уже она такая более чистая по восприятию. Сейчас я как раз смотрю эту имитацию. Ну, кстати, эта деревяшка не очень подошла мне в этой теме. Наверное, ракурс, да, не подошел. И ракурс не подошел, и по цвету, когда хлеб на нее кладу, не понравилось мне. Ну, пусть будет. Может, кому-нибудь понадобится деревянная доска. Все вполне возможно, но смотри, даже, да, у нас тут семиляры, которые попадаются под ней. Ну, здесь в основном, я думаю, шатросток по цвету подбирает, но тоже ракурс более вроде четкий, более понятный. Либо у нас во фронт, что мы надпись здесь можем какую-то сделать, либо что-то сюда положить, да. А здесь получается у тебя и так, и еще и в перспективе немножко. То есть вот как-то с этим, да, надо. А относительно дополнительных ключевых слов, я думаю, что ты тоже, да, например, Елена услышала, что я имела в виду, когда мы Да. выбираем, да, вот, допустим, ключевое слово no people. Что-то я не знаю, как оно сюда залезло. Да, к доске что-то Наверное, оно плохо вообще не залезло. проверила. Да, ну вот большой процент продаж зависит, конечно, от ключевых слов описания, потому что сколько у нас там на Шаттерстоке изображения, он где-то здесь пишет, да, 757 иллюстраций было, да, загружено, 757 миллионов. Ну, то есть такая огромная база, и чтобы иллюстрации выбились в топ, это должно, да, все совпасть, и описание, и ключевые, и стиль рисования, и востребованность. И, конечно, тяжело уже ключевать, когда мы тему отрисовали и уже устали, но нужно повнимательнее, да, быть.
в этой истории. Так, это у нас что за ключ тоже к доске нужен? Вопрос. Уже минус два ключа. Так, Катя, ты куда-то пропала у меня. Так, на этот ключ подходит. Так, Кать, ты здесь? Ты слышишь меня? Что-то я не слышу, правда. Не слышу, я вижу тебя, но не слышу. Сейчас только по губам прочитал. Не слышно все равно. Не отключились, видимо, наушники еще. Так, пока эти подключаются, я что-нибудь еще посмотрю. А сейчас меня слышно? О, да, отлично. Слышно. Я тут уже открыла другую иллюстрацию. Ну, это детская, которую я не показывала. Ну, потому что я ее сделала позже, чем был разбор. Ну, смотри, тебе не... Вот я не знаю, как выглядит на твоем компьютере. Тебе не кажется, что здесь присутствует достаточно большое количество серых оттенков? Будто бы хочется чуть-чуть почище. Может быть, с обработкой что-то подумать? Вроде и пастельные цвета, но они какие будут, как будто бы не яркие. Да. Ну, не то, что не яркие, они чистые в количестве серого. Ну, давай для примера откроем чужую иллюстрацию. И вот она, вроде ее смотришь, она в ней нету количества серого такое, как есть у тебя сейчас. Я... Вот я... Ну, здесь, понятно, оттенки немножко другие. Если посмотреть что-нибудь прям похожее. Ну, похожего здесь прям нету, но... Обрати просто на это внимание при обработке. Ну, у меня были сомнения, да. Но у меня просто на компьютере одна цветопередача, на планшете совсем другая. Я как бы подстраивала что-то среднее, делала. Ну, были сомнения, да. Вот очень-очень важно, конечно, чтобы везде... Почему вот у тебя компьютер и планшет разные цветопередачи? Как-то это можно исправить? Ты не думала, не задавалась этим вопросом? Катя куда-то опять пропала. Да, Наташа, тут твоя кружка. Яркая. Так, пока Катя... Да, Катюш, что там у тебя Алло. со Ну, связью? я говорю, это как закон подлости. Я сидела, весь разбор слушала, все нормально. Сейчас то сын позвонил, то свет отключили. Ну, короче, все сразу. Это сопротивление так проявляется. А мне как бы важно это было, потому что, ну, понять, что у меня не так. Так, ну мы на самом деле много уже, да, заметили таких историй. Если как-то подытожить, то ключевые слова повнимательнее. Прям стараюсь и проверять по топам, подходит, не подходит. Если подходит, то в словосочетании с какими словами. Плюс по цвету, да, по обработке, если какая-то пастельная тема, постарайся как-то больше светлее, что ли, делать, убирать черное, да, уровни. По поводу такой легкости, вот мне нравится та тема у тебя с водорослями, старайся как-то
подобном стиле рисовать, и, скорее всего, прям будут заходить хорошо иллюстрации. Если какая-то конструкция есть, да, лучше, ну, я имею в виду сложное, с овалами или с перспективой, обрати на это внимание, просто эскиз получше прорисуй. Прям вот именно начальный этап эскизирования, чтобы прям хорошо. Мне кажется, вот эта тема у тебя интересная с цветами, я ее увидела так в портфеле. Кстати, давай мы ее посмотрим Ну, отдельно. я ее еще тоже только гружу. Это у меня готика, наверное, по слову будет. Ну, по слову, цветы тоже есть. Вот как будто бы с ней хочется побольше каких-то, да, вот паттернов, А она у какие-то меня еще и не досимилярена и игрушки. не догружена. То есть это же мы в августе делали, а в августе я только в конце ее отрисовала, поэтому она у меня еще в работе. Смотри, еще такой момент. Старайся побольше делать формат, если есть такая возможность. Хотя бы 5-5500 по стороне. Ну вот и я теперь стала 5 делать. Ты где-то на разборе сказала, что 5 надо, а раньше всегда 4500 делала. Вот смотри, вот такая вот прям красивая история. Крупно очень видна акварель. Да, вот сколько тоже формат, сейчас посмотрю. Тоже маловато. Для паттерна маловато 3 на 3. Ну, 3 на 3 я, конечно, тоже грузила, и в целом это выглядит неплохо, да, но есть большой рапорт этого паттерна, вот это, да? Где 4? Да. Да. Здесь тоже 3 на 3. Тоже 3 на 3. Смотри, у меня, короче, какая была история. Я когда грузила раньше, делала паттерны в старой версии фотошопа, я где 4 рапорта, я грузила 6 на 6 тысяч. А, Один у меня был 3 на 3. То есть лучше все-таки увеличивать побольше. Побольше. Хорошо, поняла. У меня в какой-то теме я также делала, то есть маленький 3 на 3, а большую или 5 на 5, или 6 на 6 я делала, а потом перестала так делать. Да, ну вот здесь, да, 7 на 4. Можно продублировать такую же рамочку, сделать покрупнее немножко, да, вот эти вот полевые цветы. Набор, да, с полевыми цветами есть. Да, но это не полевые, а которые в медицине используют. Медицинский, да. Но их я еще тоже симилярю, поэтому сделаю еще. Хорошо, ну да, такие темы не нужны. Вот растительность прям у тебя очень хорошо получается. С предметкой есть вопросы по построению, да, а Не спорю. с детской темы есть вопросы по цвету. А, поэтому имей в виду, да, что тебе больше нравится рисовать, что тебе прям больше захватывает, в том развивайся, да. То есть можно. Тут получается, у тебя сейчас в портфеле много разных стилей, да, вот детская тема в одном стиле, предметка в другом стиле. Вот эта вся растительность, но еще в третьем стиле. То есть, может быть, сейчас выбрать какое-то одно направление и стараться вот подбирать такие темы, которые подойдут под эти стили. И повнимательнее с атрибутацией, плюс загрузки, да, вот большими партиями по одной теме. И посмотреть, что из этого выйдет, да, вот как откликнутся стоки на это. Детская, может быть, еще проблема, потому что у меня же все яркое. И я пыталась нарисовать что-то спокойное, нежное. Ну и не получилось. Получилось грязно, да? Видишь, может, не твой темперамент, потому что у тебя темперамент другой. Ну, скорее всего, судя по портфелю. Да. Вырви глаз. Так и стоит тогда замечать лучшие стороны у себя, а не смотреть на других. Да, чтобы кайфовать от работы, чтобы Я получать. просто хотела посмотреть, а как вот это будет продаваться, может, оно там зайдет где-нибудь. Но если это. Ну, это должно быть тогда нарисовано, что прям вот идеально, да, вот эта детская тема по цвету и так далее. А как. Не, ну, в принципе, я ее только начала грузить, я еще могу откорректировать по цвету. Ну или Еще не смотри, если поздно. хочешь провести эксперимент, то тогда одной темы детской недостаточно. То есть тогда надо нарисовать еще хотя бы три, вот в таком же стиле,
Может быть, на другие какие-то истории, да, там коллекции уже нет, не хочешь, да? Не, я не смогу. У меня столько в планах, ну, растений там и фрукты тропические еще хочу. Вот, это Нет. тогда и рисуй. У тебя это очень хорошо получается. Конечно, я говорю и топлю за разнообразие, да, тем в портфеле, но в то же время сколько есть портфелей, которые только рисуют ботанику, ну и ботанику в плане растительности, да, только цветы, фрукты, только овощи. И такие портфели тоже имеют место быть. Конечно, в этих подтемах можно там еще дополнительно там темы какие-то реализовывать. Но если ты прям понимаешь, что вот только фрукты это твое, дерзай. Да, вообще будет классно. У нас есть пример стоковая иллюстрация. Анна Григорян, я с ней делала эфир. Его в клубе, кстати, нету, к сожалению, он есть только на интенсиве. Вот у нее целиком портфель только с цветами, по-моему, только с цветами, если я не ошибаюсь. Фрукты, может быть, есть, но прям большинство цветов. Ну вот Марина пишет, да, вот я также рисую ярко, и окажется, что у других берут лучше, у кого беж, и пытаюсь сделать из себя не себя. Вот, ну это вот правильное замечание, не надо из себя не себя делать, а все-таки опираться на свой темперамент. Мы все очень разные, и те, кто рисует вот такой вот беж, они, возможно, не смогут нарисовать вот такое вот яркое. Или тоже смогут, но это будет через силу. Да, то есть надо наблюдать за собой. Сейчас я еще топчик посмотрю, подожди секунду. Да, топ говорит нам все, все как есть, все, все говорили. Да, сейчас. Ну да, ну да. Яркие фрукты, хорошо проработанные яркие рыбы, да, объемные, бьюти. Ну и в то же время легкая вот эта вот история, да, где есть такая вот сложность, то, что у тебя тоже хорошо получается, такая многослойность. Ага. Ну это уже вообще старенькая, старенькая, почти двухгодичной давности. Ну, там. Да, мне кажется, такое направление, что-то тропическое, тебе надо прям порисовать. Хорошо получается, очень. Сделать на этом акцент. Посмотреть, что будет. Какие-то у тебя есть еще вопросы? Да нет, в принципе, поняла, да. Все, поняла. Еще раз посмотрю потом эфир, еще раз послушаю, зафиксирую. Да, ну, главное продолжать действовать. Маленький рост Хорошо. – это хорошо, да. Было бы плохо, если бы не было никакого. Все равно, вот сейчас возьми это на вооружение, все, что мы сказали, и старайся применять вот в ближайшие месяцы. И будем делать уже дальше выводы там на следующих встречах. Хорошо. Хорошо, спасибо тебе большое, мы идем дальше. Спасибо, Аня, большое. До свидания. Свидания. Так, дальше у нас Наталья. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что, давай начнем с визуала. Небольшая история, да, что ты рисовала маркером. Ты и сейчас маркером рисуешь, да, Да, или? но сейчас у меня есть один набор акварельными карандашами, и еще вот я как раз дорисовываю вот сижу этих медведей. У меня, если помнишь, у меня были вот эти вот шары, один, ну, в общем, 10 цифр, и были медведи, и там еще были такие, ну, короче, как вот типа детской тематики. Я решила разделить на две темы, нарисовать отдельно золотой день рождения, то есть добавить еще шарики, там тортик, все в таком золотом цвете к тем шарам. И это будет одна тема, вот я сейчас ее дорисовываю, начну обрабатывать завтра. А вторая тема тоже останутся эти медведи, просто я их приглушу, чтобы они были такие побледнее, и сделаю их вот уже с детской темой. Но это все вот акварельными карандашами. Вот, и еще, ну, сейчас тему месяца, думаю, надеюсь, успею дорисовать. И еще крокусы у меня тоже будут акварельными карандашами, а вот остальное маркерами. Но вот не знаю, как это смотрится. Вот как раз ландыши, они акварельными карандашами. То есть они все равно немножко отличаются. Ну, мы сейчас посмотрим, давай в динамике, твой портфель тоже очень интересно. Начинала. И скажи, у тебя 1974 работы, за какое время? С марта. Но Марта этого года, да? получается, что вообще меня же заблокировали шаттер, и это я повторно регистрировалась. То есть, в принципе, это за год. То есть я просто 500 работ сразу загрузила, и потом еще 300 работ, и поэтому так много получилось. Но вообще,
Это за год. Ну, вообще 2000 у меня, просто шатером там как-то сейчас странно принимает, поэтому, ну, короче, две где-то Скажи, тысячи вот за год. пожалуйста, а тебе тогда присылали письма какие-нибудь, что тебя там удалит Shutterstock или еще что-то? Да, но я, когда я зарегистрировалась, я ничего не загружала, и меня удалили. Но второй раз, когда я зарегистрировалась, они мне тоже написали, что мы вас удалим. Я сразу загрузила 500 работ, у меня сразу что-то купили, и все. И с тех пор меня не заблокировали. Притом несколько раз я заходила без VPN случайно, но пока нормально все. Но я не меняла страну, я там поменяла все на Голландию, и, в общем, как бы меня пока не заблокировали. Не знаю, можно ли менять назад Ну, в давай Россию. подождем еще, да, не будем экспериментировать, Не но в стоит. целом, если портфель начал продавать, то уже вряд ли удалят. Да, у нас, конечно, такая-то история интересная. Кто у нас там? Оксана, по-моему, есть в клубе, которая просто взяла, зарегистрировала, ничего не грузила, потихоньку грузит, ей вообще ничего не удаляли, даже писем не прислали. Вот Ничего так вот. себе. Такой пример, да. Разные ситуации. У кого-то по два раза удаляли портфель. Но я почему-то думаю, что теперь уже не удалят. Сколько портфеля уже месяцев? Больше полгода получается. Не, уже все. Я думаю, что вряд ли Уже еще не удалят. годика, я думаю, можно подождать, позаходить с VPN, а потом уже спокойно без VPN работать. И можно на Россию поменять. Или лучше... Я думаю, что, скорее всего, да. А так, ты большая молодец, что сразу загрузила, что сразу пошли продажи, прям умничка. Ну вот Шаттер все равно как-то не очень продает. В этом месяце вообще он что-то... То ли из-за того, что вот у них сбой с загрузками произошел. То есть у меня сейчас 6 раз всего было загрузок в ноябрь, это очень мало, потому что, ну, обычно больше. Я не знаю, то ли вот, ну, что произошло, почему так мало загрузок. Слушай, ну может быть сезонность тоже очень сильно влияет на портфель. Плюс темы, которые у тебя отработаны, да, ну как раз это самая сезонность. Ты не считала, сколько у тебя тем отрисовано? 21. 21 на 2000, да, это где-то по 100 Угу. примерно. Ну, 100 где-то, да, 100 там, какие-то чуть больше, какие-то чуть меньше. Ну, у Ну, тебя очень хороший темп, я тебе скажу, да, то есть это 2000 работ с марта месяца, это прям ты угу. нормально так прорабатываешь. Ну, Плюс... это за год получается, то есть вообще с ноября, то есть я же с ноября хожу, просто Да, именно на за год. шатере так. За год. Угу. Все равно даже для года это Да. очень хорошо. Ну, для условно акварельной, понятно, что ты рисуешь маркерами, но условно акварельной Да. иллюстрации, то есть классического иллюстратора в растре, это хороший темп и проработки тем, и загрузок. Поэтому здесь что от Shutterstock, допустим, только время, надо дальше планомерно работать и ждать, да, когда все эти темы проиндексируются, особенно те темы, которые были загружены почти одновременно, да, ждать. А что с остальными стоками? Adobe, ICE. Adobe хорошо продает, то есть в Adobe у меня сейчас еще две картинки, как я поняла, выбились в топ, потому что вот их скачивают каждый день, бывает по 6 раз одну картинку скачивают, притом это рамка на цветном фоне, но она осенняя, и вот ее скачивают. И в принципе на Adobe, ну, хорошие продажи, там хорошо идет скачивание. На стоп как-то мне странно, он всегда продает больше, чем на $10, он еще ни разу не продавал. Не знаю, может, я ключую неправильно, или я уточняю плохо. Но просмотров много, там где-то 150 просмотров. Сохранения тоже вот сейчас стали расти, я наблюдаю. Может, потому что много новогодних тем. Ну вот, кстати, я тоже теперь хочу попробовать грузить только одну тему, потому что я гружу, например, две картинки одной темы, две картинки другой, две третьей. То есть миксую их. А сейчас хочу тоже попробовать грузить один день только одну тему, например, там 7-8 картинок одной темы, на следующий день другую тему. Смотри, маленький очень размер, даже для Но это... вертикальной иллюстрации. А. Надо делать больше, намного больше, Угу. чуть ли не 2,5 раза больше. Угу. Посмотрю репутацию, посмотрю другие иллюстрации по размеру. Но это просто этот открытка, поэтому она Да, но все такая, равно, да. пускай она будет больше. Угу. Сейчас еще. Ну, я вижу, что описание ты пишешь полное, с этим все нормально. По ключевым словам, да, у нас там ландыши.
Ну, смотри, у меня вот так. Здесь нет проблем, все нормально, можно туда выбиться. По поводу макро, я думаю, что здесь будет просто фотографии. И насколько у тебя там макро нарисованы Ну ландыши, тоже да. под Но это вопросом. уже, видимо, нечего было добить. Угу. Я Лучше поэтому... добивать в сторону тогда материалов. Да, винтаж, смотри, такое ключевое слово, его часто везде используют, но его нужно грамотно использовать. То есть иллюстрации действительно должны быть в стиле, да, вот прям винтажные. Там основная история с цветом. То есть здесь можно прям набор сделать по цвету, который прям винтажный, да, такой будет. Там можно ставить это ключевое слово, чтобы он сюда выбился. Чтобы выбилась иллюстрация, потому что сейчас немножко ярковато для Ну винтажа. да, это, наверное, не моя история, винтаж. Да, поэтому вот это ключевое слово, да? Ты что имела в Это виду? типа стебель, вообще-то стебель был. Ну вот там есть какие-то цветы, Ага. стебельки. Интересно. По поводу ретро тоже. То есть на самом деле здесь у тебя есть слово цветение, цветы, может быть, сказка даже, да, если там цветок как-то относится к какой-то этой истории, да. То есть тут тоже грин. Ну, конечно, грин можно использовать. Пасху еще можно было, конечно. Конечно, там свадьба, Пасха, какие-то тематические праздники. Это все намного нам ценнее. Свадьба была, кстати, вот я сейчас смотрела как раз эту тему. Свадьба там была. Ну, в общем, ты поняла, да, что такие, типа, как Да. макро, уж лучше заменить праздником таким. Да, А если, какой-то тоже. например, какой-то другой цветок, типа крокус, писать, или лучше так не делать? Можно похожие цветы, можно. Да, то есть реально похожие, что там может быть. Сирень, да, какая-нибудь, у нее тоже там маленькие точки. Можно. Ну или Ради этот эксперимента. Но, мускари вот похоже. во всяком случае, я тебе могу сказать, что это лучше, чем ключевое слово макро. Ну да. То есть мы уже тут взвешиваем, а что нам больше и меньше подходит. Так. Я так понимаю, здесь может быть то же самое. Сейчас посмотрим. Почему тоже слова. Но здесь размер уже хороший, иллюстрации. Это типа ветки, да, у нас. Не, ну здесь я прям таких каких-то лишних не увидела. Ну, имею в виду, да, что мы можем использовать или нет. Давай посмотрим еще тогда популярные, да, что у тебя лучше всего продаются. Да, вот здесь вот осенние листья хорошо покупали в прошлом месяце, сейчас их уже не берут. И вообще как-то вот в этом месяце не очень. Но может быть еще бывает такое, в начале месяца не очень, потом под конец как-то хоп-хоп начинает там 7-8 скачиваний в день. Да, такое бывает. Но смотри, по моим наблюдениям, у тебя хорошо идет работа даже с иллюстрациями, где есть большое количество теплых оттенков, коричневых и охристых. Тоже имею в виду даже вот эта тема, да, какая-то осенняя тема, в том же гранате это есть. То есть это плюс, что ты хорошо работаешь с этим цветом, да, даже вот в этой морской теме даже есть сочетание. То есть, видимо, у тебя такой темперамент, где ты воспринимаешь эти цвета хорошо и умеешь с ними. Ну, я еще в фотошопе просто добавляю. Ну, мне как-то больше нравятся теплые оттенки. Видимо, я еще когда обрабатываю, я добавляю, потеплее делаю. Ну, смотри, это выглядит у тебя гармонично очень, да, вот даже этот паттерн такой с грибочками, с тыквой, вот этот набор лаконичный, все понятно, что там, здесь тоже понятно, все хорошее изолированное изображение. Да, то есть, возможно, можно взять это на вооружение и побольше делать вот таких вот наборов, где много-много разного есть. Плюс в какой-то теплой гамме это, соответственно, определенные темы. Ну, точнее, ты можешь любую тему перерабатывать в более теплой гамме,
и смотреть, да, как это будет выглядеть. Это поможет тебе в будущем еще делать семиляры между ретушами, да, когда Ну уж да. цветовая гамма всего портфеля, она примерно плюс-минус одинаковая. И это очень сильно влияет на стиль. То есть уже человек будет заходить в портфель твой такой, ага, здесь понятно, здесь такой стиль у художника, да, что вот маркерами, карандашами, но вот цветовая гамма плюс-минус похожая. Но они не выбиваются, карандаши, да, вот прям что так хоп, и Нет. это что-то другое. То есть в целом. Нет, у тебя уже есть свой стиль, осталось подкрутить цветовую гамму. Вот к чему я. То есть хорошо прорабатываешь, хочется теперь, чтобы все это между сочеталось еще больше. Конечно, тяжело взять, да, там, и лимоны, чтобы они сочетались с кофе, но в то же время это можно сделать. Да, так, чтобы, оп, там, к завтраку кинула чашечку, там, бананчик, да, или еще что-то. На всяком случае, мне вот такой вот стиль очень нравится, хорошо получается. Я не удивлена даже, потому что они продаются. Вот тыквы вот такие вот, они мультяшные, они уже немножко выбиваются, как будто бы. Такие. Вот такие вот. Да, ну вот это, кстати, они залетели на шатере, их покупали. Просто четыре эти тыквы. Фу, не на шатере, на Адобе. Так, сейчас я еще посмотрю репутацию здесь. Ну, размер хороший. Не вижу в описании слова иллюстрация. Должно быть, может, оно куда-то вниз? Нет, вообще не написано, что это иллюстрация. А, это, видимо, просто очень длинное описание. У меня вообще с этим проблема, потому что у меня всегда больше 300 символов, и я удаляю потом. И, видимо, иллюстрация где-то там была в следующем предложении, и так сократилась. Но надо смотреть, кстати, да, вот чтобы в начало ставить. Лучше в начало самое важное, то, что не обрежется, и как бы я бы описывала этот набор. Я бы написала, что это Christmas set сладостей, потом бы я написала, что это акварельные, можно даже написать маркерная иллюстрация в стиле акварельной. А, вот так вот. Да, можно так сделать. Ага. А потом уже, где она используется, и что там, ну, точнее, что там внутри, и что там, где будет использоваться, да, то есть сначала мы основное, что это у нас Christmas, что это сладости, что это набор, потом, что это иллюстрация маркерами в стиле акварель, то есть это ключевые слова маркер, акварель, иллюстрация мы используем, это индексируем на поисковых сайтах, и все отлично. Дальше уже Понятно. все, капкейк, красный капкейк с кремом зеленым, красная кружка с зефирками, да, там леденец на палочке, и все вот так вот прям перечисляешь. Если уже остается место, то тогда пишешь, для чего это используется. Но я думаю, здесь в этом наборе Там столько уже всего, не да, останется, не да. останется места. Поэтому вот лучше по такой схеме, потому что тут уже будет понятно, что для чего это набор, он будет искаться по слову Christmas, акварель, марк, иллюстрация, и дальше уже будет понятно, да, что там внутри. И чем это нарисовано? Можно так писать, потому что я думала, я пишу, что это акварель, но это же не акварель, вроде как, Ну, да? вообще можно и акварелью так нарисовать, просто стильно. Да. Но так как ты рисуешь маркерами, и это хочется, может быть, передать, то можно написать вот именно такую фразу. Можно и сэкономить знаков, конечно, оставить, что это просто акварельная иллюстрация. То есть Я ничего не думаю, страшного, что это потому как-то что я-то, сильно когда на повлияет. Behance, когда я на Behance выкладываю, я же там фотографирую, да, что это же я маркерами рисую, описываю, что там маркеры, и там потом цветными карандашами еще дорисовываю, то есть все это описываю. Вот. То есть ничего страшного, что я Да. там пишу вообще, что это акварель. Ничего страшного, но можно вот пойти таким хитрым путем и написать, что вот я маркерами в стиле акварель, или я рисую акварель в стиле digital. Ну, тоже неплохо. Ну, то есть это можно так вот хитрить, и получается в предложении два ключевых слова. Да, маркер и акварель. То есть это больше как бы затронет большее количество публики. Так, ну здесь понятно, здесь очень много ключевых слов релевантных. Ну, я думаю, что если как-то подытоживать, да, есть Behance, все отлично. По поводу загрузок, ты сама сделала вывод, да, что попробуешь
по поводу стиля, Да, я вот хочу, чтобы ты обратила внимание на цвет. Да, да. старалась как-то вот использовать свою вот эту вот любовь к теплому еще больше. То есть просто больше делать таких именно теплых тем, больше, ну, понятно. Да. И сделать на этом какой-то акцент. Плюс повнимательнее к ключевым словам, описание мы разобрали с тобой структурированно. Вот И эти вот вот снежинки, сейчас выбиваются снежинки и вот эти вот морские животные. Тут, конечно, такое может быть, если ты хочешь порисовать, тебе никто не запрещает это делать. Но интереснее будет, если там в топе у тебя тут заходишь, и все прям в твоем стиле, да, вот еще. Ну да. Можно просто поставить эксперимент, какое-то количество времени попробовать прорабатывать. Вот стиль именно рисования у тебя уже сложился, да, такая предметка изолированная, хорошая. А вот именно цвет уже сейчас подгоняет друг под друга. Ну, вот такие выводы. Какие-то есть у тебя? Да вроде бы нет. Все понятно, да, что делать? Да, поняла. Буду Хорошо. внимательнее, короче говоря, ключевать Да. и светом тоже. Угу. Спасибо тебе большое, мы идем дальше тогда. Спасибо. Так, у нас остается Наталья и Милена. Так, Наталья. Да, Привет, привет. 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 Ну что, начнем. Я тут у меня свежая, открытая. Я сейчас отлистаю в самое начало. Ты пока расскажи, за какое время 878 работ. Ну, начала грузить на токи на старт в октябре прошлого года, получается. Ну вот, год прошел, за год примерно. Но у меня был перерыв там в феврале, я вообще, по-моему, ничего не грузила, потому что мы переезжали. Потом потихоньку стала наращивать темп. Вот, в предыдущем месяце у меня было 164 загрузки, пока это был мой реч, ну, то, что приняли. На Adobe, да, я так не подсчитываю, потому что я как-то записываю общее количество. Вот, и пока постепенно наращиваю. Так, ну я смотрю, ты много отработала тем. Сколько у тебя примерно тем? Ты сама не знаешь? Около 30. 30 тем на 878. Да, я тут, пока эфир шел, я пошла посчитала папочки. Ничего себе! Ну ты сама какой можешь вывод из этого сделать? Ну, честно говоря, какие-то темы, вот там тоже спа у меня, хоть отрисовано было очень много, вот, но именно вот то, что касается косметики, вот эти бутылочки, скляночки, крем, да, у меня вообще как-то симиляры, но вот через не хочу я их делала, и, в общем, можно еще делать и делать на самом деле. Но оттуда я взяла цветочки. Вот, цветы на самом деле как раз-таки продаются, вот то, что у меня берут, это растения. Ну, И если так пчелки. сравнить, да, у тебя растения очень хорошо получаются, там особенно грибы, прям большое количество грибов в портфеле, но это причем, как получается, большая ниша такая занята, да. А, Да. если такое количество тем переразделить на такое количество работ, то можно сделать один большой вывод, что мало семиляров, Да. да, мало паттернов, мало композиций, то есть вообще мало семиляров. Ну да, я на самом деле вот первые работы, первые темы, да, которые там вот шампиньоны сейчас проскакивали, это все из самых-самых первых, и я там вообще почти ничего не семилярила, так как-то. Две рамочки сделаю, там три композиции, и поехали дальше. Ну вот первое, что можно сделать, вывод, да, совет побольше симулировать, причем в темах, которые вот не грибные, да, в Да. цветах, может быть, каких-то овощах, все, что отрисовано, потому что грибы, я вижу, хорошо симулируются, да, тут различные композиции, наборы, Ну изоляты. да. Но у меня есть маленькие темы, вот как, например, там хлопок проскакивал, там всего только 5 коробочек этого хлопка, и все. Но опыт Наташи показывает, что этого вполне достаточно. Хотя на самом деле вот в этом меде там всего 7 элементов. Ну, зато очень много семиляров, да, то есть можно было бы даже поменьше в этой теме сделать. Но его То есть покупают, какую-то кстати. золотую середину между темами найти и по количеству семиляров, да, то есть здесь мало, а здесь уже сверх много, вот лучше бы там чуть добавить, здесь чуть убавить, да, это вот распределение времени на одну тему. Но это было именно как вот работа
По теме месяца, Да, я сколько помню. успела, не успела, так и не успела. Да, хлопок вижу. Ну вот, как будто бы знаешь, какие-то темы, которые хочется больше просимилировать, семиляров мало, а какие-то, которые хотелось бы уже переключиться на что-то другое, уже слишком много, да, допустим, грибы. Ну да. Нужно что-то еще, да, еще количество тем, может быть, как-то представлять, не знаю, да. Сейчас мы еще посмотрим атрибутацию. Да, ну вот я сейчас стала, если раньше я грузила, вот прям видно, прям таким массивом одну тему, и все. Сейчас я стала все-таки уже разбавлять, и я смотрю, что покупают сейчас, возвращаясь к этой теме, там, может быть, там, несколько семиляров доделала. Это хорошая, да, тактика. Сейчас я гляну по описанию. Тоже старайся увеличивать немножко изоляты, хотя бы до 5000. 5500 Хорошо. идеально. Я думаю, что качество, ну, позволит увеличить еще Ну все-таки. да. Так. Ну, по описанию нормально. Сейчас ключевые слова. Ну да, у меня первые наборы там, конечно, описание в одно предложение. Вот, сейчас я стараюсь уже все-таки примерно 200. Хорошо, это хорошо, да. Ну, я думаю, что ты уже услышала, насколько это важно. Сегодня столько про это говорили. Так. Ну, когда у нас есть там ключевое слово текстиль и грибы в сочетании, да, с такой темой, вряд ли получится. То есть это ключевое слово можно было бы заменить чем-то другим, да, Ясно. чтобы не терять. Ну, здесь понятно. Слово коллекция тоже спорное очень. То есть оно, по сути, занимает место, действительно, но приносит ли оно нам пользу, непонятно. Особенно, когда мы используем слово коллекция в композиции. То есть коллекция можно написать только в набор. Ясно. Так, здесь тоже. Не знаю, насколько нужно, да, потому что у меня как-то сочность с грибами не ассоциируется. Ну, то есть, вот получается, да, уже 3-4 слова можно было бы заменить чем-то другим, более нам полезным, там, какой-нибудь, я не знаю, грибница, споры, там, я не знаю, детская графика, ну, какая-нибудь книжная графика, что-нибудь такое, да, для каких-то энциклопедий. То есть, посмотреть, где еще можно использовать, там, грибники, да, если просто взять человека. То есть, немного внимательны, да, к ключевым словам, чтобы они нам прям весь трафик приносили, который могут. Так, посмотрим еще какой-нибудь. Да, тюльпанчик посмотрим. Ну, цветы, это, конечно, атрибутация, там действительно очень сложно что-то подобрать еще, но здесь можно пойти по празднику, где можно использовать, да, тоже маленький размер, побольше делай. Ага, ну я брала за основу 4500 как-то и от этого отталкивалась всегда. А почему тогда так сохранено 3892? Ну, видимо, просто то, что лишнее было, отрезало. А А. по большинству надо было наоборот увеличить, видимо. Да. Да, лучше в сторону увеличения не обрезать. Да. Вот как мы сделали. О, у меня даже моя работа под твоим, смотри, тюльпаном. Как семиляр. Так, ну что у нас здесь? Здесь-то, конечно, да, может быть все что угодно. Но Звезды. здесь я как раз брала там фестивали, узнала, где в Голландии, в Канаде, еще там где-то эти фестивали тюльпанов. Собственно, Не, там даже это должно. все хорошо. Так, ягодки тоже очень сочные. Все нормально. Давай посмотрим популярное. Ну, шатер у меня вообще продал всего по пальцам буквально пересчитать работу. А что продает Adobe? Айсток? Какие стоки еще Адоб, есть? ну, Адоб у меня это мой любимчик нынче. Adobe, да, всех радует. Прекрасный сток. А какие еще Да, вот. есть стоки? Ну, все, кроме вот этого Моушена. Ну и креативные магазины я тоже пока все никак не покорю. Как-то все
не знаю, не соберусь сделать эти коллекции, хотя уже хотела. Понятно, понятно. А что, давай сделаем какой-то итог. По визуалу все у тебя отлично, да, то есть хорошие изолированные изображения, предметная иллюстрация хорошая. По количеству слишком большое количество тем, на такое количество тем слишком мало иллюстраций, да, то есть нужно вот по семиляру смотреть, где-то уменьшить, где-то увеличивать какие-то темы важные, овощи, допустим, побольше просимилировать. А по поводу загрузки, как часто грузишь? Ну, стараюсь каждый день, ну, почти каждый день, хотя бы сколько-то, ну, стремлюсь к 10 в день, но не всегда так получается. Разбиваешь тоже темы, как девочки, или грузишь одну тему один день? Ну, теперь уже разбиваю. Раньше было видно, да, что прям много было всего однообразного. Ну, сильно тоже не разбивай, да? Как бы вот практика не Не, ну очень. я как раз где-то, наверное, получается, от 6 до 10 на одну тему гружу, а потом что-то другое. А что я могу сказать, посоветовать? Можно попробовать повышать насмотренность именно в такой вот стилистике, как у тебя, какие еще темы востребованы, да, что ты можешь еще нарисовать, у тебя очень хорошо получаются растения, овощи, грибы вообще великолепные, да, хорошо передаешь объем, светотень, и вот этим надо пользоваться, да, то есть что ты еще там сможешь нарисовать такого классного. Ну, соответственно, это должна быть насмотренность там элементарно в магазине на упаковке, что там печатают. Даже если фотографию ты видишь, подумай, можешь ли ты нарисовать вместо этой фотографии иллюстрацию. Ну и других авторов тоже. Да, но я на самом деле наоборот, как бы я все время себя пытаюсь заставить сделать простые более картинки, потому что вот это вот более проработанное, соответственно, отнимает много времени. И Ну ты мне смотри. сложно. Не каждый иллюстратор может рисовать такие проработанные картинки тоже. То есть, да, вот мы кому-то сегодня говорили, наоборот, уходить в легкость, а Да. с кем-то я вот говорю, заставлять вот эту свою фишку хорошего уровня рисования, проработанности. То есть у каждого свое. Конечно, мы всегда смотрим на соседа, у него трава зеленее, да? Ну Кажется, да. Это там вот как раз, если новое открытие, я там Новый год гружу, и там пуансетти такая прям. Ну вот, если бы я рисовала как обычно, я бы с ней еще бы сидела бы пару часов точно. Всякие детальки бы там прорисовала. Но решила, вот все, хочу вот такую тему, чтобы она была, ну, такая, не сильно проработанная. Ну да, но здесь смотри, по цвету мне всегда нравится, когда берут монохром. Это всегда очень интересно. Но когда монохром берут, нужно тогда по тону очень хорошо прорабатывать, чтобы один объект отличался от другого. Сейчас немного у тебя сливается макарунка с текстурой. То есть здесь по тону надо уже тогда смотреть, чтобы это было более выражено, да? Я понимаю, что ты хотела нежнее, но все-таки тон он нужен нам. Ясно. Тон цвета, да, обрати внимание на это, потому что прям бросается в глаза, что кое-где здесь тоже немножко сливается, да, в каких-то моментах. Провалы Да, ну то есть тенюшка под шапочкой нормально, да, то есть на это вот надо обратить внимание. Ну да, то есть, ну я просто себя, можно сказать, заставила сделать вот эту коллекцию, именно такую простенькую. Вот не знаю, хочу посмотреть, как пойдет. Хорошо, посмотри, обязательно. Ну, анализ он так всегда нужен. Ну что, я думаю, что тебе дальше просто надо двигаться с учетом вот моих пожеланий, и уже через какое-то количество времени, там месяцев, там 3-4, уже сделать какие-то выводы, смотреть, что будет. А так уровень рисования у тебя хороший, я уверена, что все это через какое-то время придет к единому знаменателю, да, что ты выработаешь вот эту свою стратегию. Какие-то вопросы Спасибо. у тебя есть еще? Да, в общем, нет. Да, все понятно. Хорошо. Спасибо тебе большое. Мы тогда идем дальше. Дальше у нас Милена. Милена, если здесь, выходи. Так, так, так. Милена, вижу, что ты в чате, точнее, на эфире. Подключайся давай, потому что есть вопросы. Привет, Ань. Привет, привет.
Милен, скажи, пожалуйста, ты как сейчас грузишь на стоке? Ой, слушай, ну я могу сказать, что часто у меня не получается, потому что, ну, каждый день мне не получается грузить. То есть я гружу как-то иногда раз в неделю, иногда раз в 2 недели. То есть достаточно редкие, да, загрузки у тебя? Ну да. Ага. А скажи, у тебя 745 работ в портфеле за Да. последнее время? Ой. Но мне кажется, что, ну, наверное, с октября того года. То есть где-то за год, да, получается? Да, где-то за год. Понятно. Ну, я не знаю, ты смотрела сейчас предыдущий разбор весь или занята была? Ну, я что-то смотрела, ну, так, мельком, получается. Ну, смотри, за год достаточно мало получается по загрузкам, 745. Хотелось бы за год, чтобы, ну, идеальная цифра это где-то 1500 работ, ну, плюс-минус. Да? Больше хорошо, меньше уже хуже. Поэтому здесь, конечно, важны загрузки, да, но это все зависит от твоего времени. Конечно, если ты для себя определила, что ты там готова долго проходить долину смерти, то тогда нормальный темп. Если хочешь быстрее, то, конечно, нужно время. А времени нету, как я понимаю, потому что есть еще основная работа, правильно? Ну да. Ну, есть какие-то еще дела. Ну да. Ну, я просто могу сказать, что у меня был как-то один день, что я не работала, ну, там, просто брала как отпуск день, и я вот тогда встала, например, в 8, да, загрузила до 12, я поняла, что когда ты не работаешь, даже если у тебя есть какие-то еще дела в течение дня, это как-то можно сочетать, но когда ты работаешь, ты приходишь, и тебе уже ничего не хочется, если честно. Ну да, если еще и работа какая-нибудь, да, сложная, умственная, да. Ну да, то есть когда там нужно думать, то ты приходишь, и, честно говоря, даже уже не хочется думать про какое-то атрибутирование и загружать это тем более. Смотри, я посмотрела, да, сейчас весь портфель, и мы его до этого тоже с тобой смотрели, я помню. Да. И мне вот нравятся, на самом деле, последние темы твои по исполнению, по стилю, вот эти, да, начиная от грибов, да, вот эти вот, цирк прекрасный, да, заканчивая вот тут лимоны тоже я смотрю, букетики, вот эта детская история. Прям, знаешь, как будто бы ты вот нашла свой стиль и немножко притормозила. Ну, понятно из-за чего, да, но как будто бы не хочется вот это терять, вот эту вот твою изюминку, которая появилась у тебя в иллюстрации. Хочется, чтобы ты прям использовала ее. Но я уже тебе не раз на разборах говорила, да, в чем твоя изюминка по фактуре, мне нравится, и так далее. То есть, на самом деле, тут основная проблема это в загруженности твоей основной, да, а Ну да. я уверена просто, что если бы ты смогла грузить больше, больше прорабатывать тему вот в таком стиле, да, вот в таком прекрасном стиле, то все было бы у тебя прекрасно на стол. То есть увеличивать портфель более активными темпами, тогда все будет нормально. Единственный, да, вот момент к тебе, это как найти время или как вот структурировать, организовать свою работу, чтобы это было все не в напряг, чтобы ты прям успешно все это делала. Сейчас я репутацию еще гляну. Но это, видишь, такой вопрос, к сожалению, на который я тебе никак не могу дать ответ. Да. Ну да, на самом деле, я сама не могу задать ответ. Тут мы все хотим еще парочку дополнительных часов в сутках, но здесь даже... Слушай, а я просто, знаешь, я, ну, как бы могу сказать, что, например, я для себя вообще не готова делать как-то ночами не спать. То есть я не, ну, то есть я даже, Идти на например, жертву ты не готова, да, я поняла. нет, даже по работе, если какие-то там предлагают, знаешь, халтуры, я тоже не беру, потому что, ну, я не готова. Знаешь, всех денег мира не заработает, а здоровья потом не купишь. Ну, конечно, конечно. Я очень тебя Поэтому, понимаю. да. Но тут уже смотри, как ты сама себе можешь решить, да, все равно же когда-то ты захочешь порисовать в кайф, да, или все-таки какие-то темы параллельно ты там рисуешь, может быть, когда включаешься. Все равно грузи, да. Главное, что ты знаешь фишку своего стиля, и что он достаточно стоковый, да. Каких-то других советов я тебе уже в твоей ситуации дать не могу. Я главное могу сказать, что стиль у тебя найден. Осталось просто больше прорабатывать, а это уже ты сама решаешь, да, насколько ты сможешь это сделать.
Да, ну и получается, что, знаешь, вот это вот тоже тема, ну вот цирк получается. Я же давно рисовала, ну как давно, весной, да, рисовала, получается. И вот, ну ее, правда, только сейчас-то стали покупать, но ее покупают, и прям, ну хорошо, и везде ее покупают, как бы хорошо. Вот, то есть и грибы вот покупают, хотя мне казалось, что паттерны, знаешь, из серии, кто его вообще купит такой, ну, то есть, но Конечно, тоже эти покупают. паттерны, ты чего, они замечательные, в смысле? Нет, слушай, вот этот паттерн покупают, хотя мне кажется, что нужно быть не в себе в такой паттерн. Да ну ты чего, какая-то прекрасная скатерть, я вижу на текстиле прям. Здесь наоборот, вот почему мне нравится, что здесь такое сочетание красного и приглушенного зеленого очень хорошо Ну, что смотрится. контрастненько, да? Типа так, все равно Да, еще. причем, знаешь, не кричаще, а именно очень так деликатно. Я тебе почему и говорю, что вот эти грибы у тебя и по цвету, и по технике получились достаточно хорошие. И тебе вот это надо прям вот запомнить и использовать везде, потому что, ну, это вот интересная история. Смотри, Наталью мы смотрели до этого, да, у нее свой стиль рисования грибов, тоже такой объемный, очень красивый. У тебя при этом свой стиль рисования. И тот стиль рисования ценен, и твой стиль рисования ценен. Поэтому дальше, если будешь что-то рисовать растительное, постарайся вот это соблюдать, да, я уже, не знаю, раз 50-й тебе об этом говорю, что это вот Ну нужно да. следить, и надо просто дальше действовать, и все. Это вот основная моя рекомендация тебе. Ну да, просто у каждого свой путь, и как бы каждый идет так, Конечно. как может, поэтому, знаешь, ну, как-то события убыстрять тоже, знаешь, как сказать, перегореть тоже не хочется, потом Конечно. просто это, знаешь, ты так можно перенапрячься, и потом вообще полгода не Да. смотреть на это все. Согласна с Вот. тобой. То Да. есть все должно быть в меру. Ну да, ну я так, знаешь, это просто разбор, чтобы, может быть, это потихоньку начну делать. Это как-то так, ну что. Ну, понятно, у тебя сейчас стоки в разряде хобби. Это вполне нормально. Тоже такое может быть. Да, здесь планка ожиданий чуть пониже, чем когда ты уже full-time стокером становишься. И это тоже надо осознавать и просто понимать, что да, я гружу, там будет что-то продаваться, но будет все долго достаточно. Ну да. Ну тут, знаешь, наверное, я вот просто тоже думала про то, что, ну вот когда, сейчас скажу, может быть, что многие же, например, начинают на стоках и думают, потом я брошу основную работу и буду заниматься стоками, да. Но я поняла для себя, что я так не готова, и поэтому, наверное, у меня стоки, они останутся в разряде какого-то хобби. То есть вряд ли я, знаешь, так перейду. Но только если там что-то такое случится и станет очень много времени, но... Слушай, ну это нормально, у каждого свой путь, и хорошо, что ты Ну осознаешь, да. что у тебя такой, да, потому что многие же вообще загоняются, они хотят все успеть и не могут выбрать, хочется все сразу. Ты определилась, все, и это прекрасно, я считаю. Главное, Ну пока да. ты для себя определилась. Нет каких-то, знаешь, завышенных ожиданий. И это уже, наверное, хорошо. А так у Вот. тебя хороший уровень, догружай, когда можешь, да, какая-то хобби, классные иллюстрации, рисуй побольше. Вот что я тебе желаю. Все хорошо, спасибо большое, Аня, за Спасибо, разбор. да, спасибо, Милена, что показала. Я сейчас быстро проверю, никто ли там у нас не добавился. Да, Милена последняя. Ну да, странно, что не было ажиотажа. Да, ну, может, стесняются девчонки или подустали, не знаю, какие-то задачи или еще что-то. Но зато я вам уделила побольше времени. Хороший, мне кажется, получился разбор, какие-то еще новые фишки узнали для себя, да, уже 3 часа 7 минут эфир. Будем тогда на сегодня прощаться. Спасибо, девочки, кто показали. Надеюсь, все было полезно. Кто не сначала в записи сегодня выложу. Вот, всем желаю удачи, и мы с вами уже в четверг встретимся на промежуточном разборе. Обязательно показывайте, посмотрим, да, тему праздники. Хорошая тема у нас. Ну все, всем хорошего дня, хорошего вечера, всем пока-пока.